Друзья, всем привет! Это канал недвижимости и строительства ВДТ. Я Алексей Аверьянов. Сегодня у нас очередной выпуск Шакунин подкаста. Напомню, Шакунин в переводе с японского означает мастер своего дела. То есть человек, который действительно профессионален в том, что он делает. Но обычное интервью или подкаст там в какой-нибудь скучной студии не интересен, поэтому мы стали уже, это как традиция, приезжать в гости к настоящим профессионалам своего дела. И сегодня мы в доме у Максима Годунова, который является супер-брокером по элитной недвижимости. Ну что, заходим? Шакунин? Ты знаешь, что такое Шакунин вообще? Нет, расскажи. Я когда покупал дом, я даже предположить не мог, что я потрачу столько денег. У большинства молодежи амбиции вот здесь, да. Блин, а их факт вот здесь. Куда ты Феррари свой дел? Какую? Какую из... Друзья, привет, к нам приехал очень уважаемый человек. Я его заочно знаю много лет, и вот он недавно... попросил, говорит, мы хотим у тебя снять рум-тур или хом-тур, я не знаю, как это у вас правильно называется. Привет, Лёш. Слушай, здорово. У меня это называется Шакунин подкаст. Вот. Шакунин? Ты знаешь, что такое Шакунин вообще? Нет, расскажи. Это мастер своего дела с японского. А, серьезно? Да, я тебя представил как брокера по элитной недвижимости. Друзья, у нас сегодня, знаете, какой план? Вот, чтобы это было не скучное интервью, я сказал, давай посмотрим твой дом, поймем вообще, как бы, причина успеха, да, вообще с чего складывается, да, какие есть факторы этого успеха, да, что брокер состоявшийся, действительно успешный и имеет возможности как бы... Ну еще, подожди, да, еще. Жить еще, как, собственно, целевая аудитория, с которой он работает. Так? А хочется же к высшему все время стремиться. Понятно. Для кого-то, кто-то там из друзей приезжает и говорит, Макс, ну нифига себе дом. Я говорю, ребят, вы домов не видели. Хочется же, знаешь, как бы показать, рассказать. Как мы с тобой ездили. Ну, например. 40 миллионов долларов. Мы с Максом смотрели дом. Есть дома и 40, и 80, и 120 миллионов долларов. Да, ты там прекрасно знаешь. Причем в некоторых, несмотря на то, что там 100-120 миллионов долларов, ребят, ну, как бы по стилистике очень все индивидуально, да? У кого-то такая тяжелая классика считается супер круто, а на вторичном рынке ее потом не перепродашь. Давай начнем вообще. Я тебе предлагаю вкратце маленькая ремарка. Мы, если что, на стадии до наполнения. Да, тут декором, еще такой процесс идет. Потому что вообще что-то нравится мне, что-то не нравится, что-то пришло, и мы решили отменить, заказать другое. Идея в чем? Просторный холл, да? Просторный, комфортный холл. Вообще, если говорить, отмотать на старт, как это приобрелось? Хотелось сначала загородный участок, потому что была всегда мечта. Я родом из Волгограда. Природа, бабушка, свежий воздух, куры, вот это вот все. Ну, кур мы тут, конечно же, не завели, но как бы участок получился. Подожди, еще все впереди. Да, и мне Алексей, ты, наверное, узнаешь, это Виладжи, руководитель продаж, он говорит, Макс, а что ты, говорит, ты же так смотрел проект Баден-Баден, вот этот проект у них называется Баден-Баден. Менеджер по продажам, очень крутая на самом деле девочка, она меня привела в 7:45, когда начинался закат. Вот здесь садится солнце, озеро, картинка нереальная. Я смотрю, думаю, ну ты, блин, самое сердечко, конечно. Он стоил 1 100 000 евро, то есть на тот период это было, я помню, в рублях 77 миллионов рублей. Вот, и здесь... Копейки сейчас. По текущим ценам. Ну, как, знаешь, $1000 тоже деньги всегда. Ну, как бы не такие уж и копейки. Но, тем не менее, мы посмотрели, все, берем землю. Он говорит, давай, у нас есть дом недостроенный, помоги нам его продать. Мы тебе тогда этот, я не знаю, это на самом деле можно рассказывать или нет, но я без цифр. Он говорит, мы тебе отдадим прямо по бухгалтерии, по суперпрайсу. И он мне, я ему реально, так получилось, вот совпало. Я там звонил Арайку, Арайк говорит, да, мне нравится, я беру. Блин, еще и скидка, вообще супер, кайф, он забирает. Леша мне говорит, слушай, Макс, ну, больше, чем 20 минус. Естественно, я был в таком восторге. Я думаю, да, блин, это быть не может. Конечно же, мы начинаем делать дизайн-проект, переделывать здесь комнаты, как-то вот покомфортнее, больше гардеробный. И это, кстати, было не зря сделано. Ну, в общем, получилось в итоге то, что получилось. Конечно, он мне понравился, что он очень светлый, очень много окон. Второй вот этот цвет, 9,5 метров, он мне тоже вызвал восторг. В общем, идея в чем? Сделать комфортным его и функциональным. Здесь у нас зона постирочный, там сервис леди проживает. Это комната, это гардеробная. Она очень удобная, с какой бы ты стороны ни зашел, да, гость чаще заходит со стороны центрального входа, да, да. Там хозяин сам заходит, естественно, со стороны гаража, и, то есть ты со стороны гаража вошел, очень удобно разделся, сразу там помыл руки, душ, если надо, даже принял. Но смотри, на самом деле, ребят, очень удобно, потому что это все-таки есть коридорчик, да, есть отдельное помещение гардеробной комнаты, да. Нельзя сказать, что она проходная. Она так аккуратно сделана, без двери специально, чтобы... ну, как бы легкость присутствовала, вот это поступление живого естественного света, и в то же время ты как бы чуть-чуть ее изолировал, эту комнату. Да, да. Вот. Не обращая внимания на обувь, это временный
беспорядок, он приведет в порядок. Так, ну здесь что, гостевой санузел, он тоже такой симпатичный, тут с душем. Брутальный. Брутально немножечко, да? Да. Ну, так вышло, да. Ну, ты сам знаешь, переделать санузел – это вопрос одной недели максимум. Тут закрыться, изолироваться, все это снести и переклеить. Да. Не очень большая проблема. Согласен. Вот. Не хватает еще зеркала. Ну, да, немножко. Я, кстати, не против брутальных санузлов гостевых, потому что немножко должно быть где-то это… Ну, зато, опять же, с позиции практичности, зато не марки, понимаешь? Ну, да, да. Хотя вот. Черная сантехника, знаешь, все это ругаются. Есть такой момент, но мы научились с ней работать. Вау, класс. Вот, это нашли хорошее средство. Современные филиппинские методы? Да, да, да. Нашли хорошее средство, кстати, благодаря Эвелин, действительно. И вот сейчас все там порядочек, красота. Слушай, ну здесь уже прям вот видно простор. Да, здесь вот как раз-таки вся вот эта красота, из-за которой, наверное, в том числе я очаровался и влюбился. Это огромные потолки. Сразу сколько там метров? Было чуть больше 10, сейчас 9,5 метров. Если быть точным, 9,40. Сколько? 9,40, скажем. 9,40, ладно, ну-ка. Все, нас проверяем. Мы все должны зафиксировать, ребят. Смотри, какой стать дальномер. Какой-то супер компактный, я такой вижу впервые. Говорят, у него погрешность полметра. Ты слышал об этом? Не, читал обзор? Ничего подобного. Погрешность полметра. Давай. Слушай, ну я профессионально прикрутил метр. Значит, 956, значит, 9,40 это в чистоте без вот этого. Ну, в смысле, но в грязноте. 9, типа 40, 9,43. Да. 9,40, 9,43 это была его живая высота. Не, ну там, слушай, 8 метров это, ну, это, да, это там хорошо, действительно может пройти человек, потому что когда вот эту люстру вешали, там какие-то блоки, он там реально у нас, мы худенького туда засовывали, 60 там чем-то килограмм паренечки, он там все это вытягивал, монтировал. Вообще отдельная история. Сначала увидел у итальянцев, привезти сложно, что-то прайс какой-то 7 миллионов 800, я думаю, так, а мне же хочется же везде разгуляться, думаю, как-то так, ну не пойдет. Мы искали, колдовали, мне одна девочка, кстати, тоже землячка из Волгограда, она говорит, слушай, Макс, позвони вот этим, они, говорят, стеклодувы еще там в четвертом поколении, я до них доезжаю. Показываем картинку. Он говорит, слушай, мы тебе сделаем, во-первых, не из стекла, а из хрусталя, и мы тебе не сделаем просто вот эти 3 сантиметра, белая полоска внизу. Мы сделаем плавный перелив. Я не видишь, сделали мне плавный перелив. То есть у тебя даже и не реплика, ты вдохновился просто как бы какой-то модели. Чуть-чуть длиннее они сделали, да. Ага. Вот, и это хрусталь. 100 ну, плафонов. Обалдеть. Почти в 6 раз дешевле. Так он такой красавчик. Я говорю, слушай, попробуй мне сделать то-то-то. Он говорит, да, сделаю. Он мне сейчас сюда сам. Мы уже заказали, брали, едут. Но тем не менее, он говорит, можно я по креативу? Я говорю, пожалуйста, давай по креативу. Да, потому что есть еще там несколько квартир. Есть куда это все потом перекинуть, если что. Я говорю, по креативу. Он мне там рисует какие-то, говорит, слушай, концепция такая, тут будет прям просвет, как будто бы вот по такое стекло полоп. Ну, то есть товарищ креативный. И ты знаешь, вот тут часть людей, которые делали что-то, они как-то даже больше вдохновляли. То есть какое-то вот это вот взаимное творчество, оно как-то вот рождает. А ты их не тормозил, да? Вообще не тормозил. Наоборот, слушай, мне даже было приятно. Человек, вот, допустим, вот эти композиции с дерева, это вообще, наверное, максимальный респект личности, потому что она дама. Тяжелые? Они очень тяжелые. Ой, да. Я не понимаю. Их прям надо вдвоем, да. Обалдеть. Диана, Даниэль Хом, скреативили, сделали. А я начался с ними диалог из-за обеденного стола. Ага. У меня нестандартная форма, нужен большой стол, широкий, и никто, ну, как бы в поставках таких столов нет. А если то, что было, мне не нравилось. После стола они мне сделали вот эту концепцию. Посмотри, какие крутые стойки вот для цветов для вас. Да, сейчас там стоят, это просто подарок там клиентов. Я его так вот оформил цветами. Мы понимаем, что туда могут встать и какие-то длинные красивые вазы с сухими веточками. Будет супер красиво. Одна из них вот у меня тут сейчас стоит. Хотя эта концепция вообще место по-хорошему под какое-то искусство, естественно. Ну да, потому что и свет специальный, сразу. Класс. Ну пока у нас стоит так. Каждые выходные живые цветочки, чтобы была атмосфера. Каждые выходные цветы живые? Ну, во-первых, я не каждый выходный в Москве, а 1-2 раза в месяц позволить себе живые цветы, почему нет? Это вообще, на самом деле, это не так дорого стоит. Класс. Если у тебя, ты понимаешь примерно, что тебе нужно, если ты нашел людей, которые привозят не из магазина, то там в магазине, допустим, это может стоить там 37-40 тысяч рублей, это то, что я здесь заказывал. Потом то же самое там меняется, только там 1-2 веточки, потому что, допустим, сегодня там нет такой-то. Почти в 3 раза дешевле, там 14-700. Ну и для них тоже, у них ну, это приятно. Да, и они раз в пятницу, они знают, что там к 2 часам, там с 2 до 5 там можно привезти, и они там как бы... Это классно. Да, слушай, я когда-то это смотрел... Запах стоит вообще, вот, даже ароматизатор не горит. Я это когда-то смотрел в кино, вот когда-то мечтал.
мечтал, что, блин, я хочу вот понравилось. Помнишь, у нас первый дом элитный, один из первых был Агаларов. Ну да. У него на входе стояла большая ваза, правда, там стояли лилии в тот момент, когда я туда пришел. Может быть, потом были какие-то другие цветы. Я думаю, блин, идея супер топ, аромат лилии, конечно, такой немножко спорный. И вот эта история живых цветов добавляет какого-то гармонии, какого-то уюта в доме, какой-то жизни. Поэтому вот всегда, когда гости, во-первых, для меня гости, присутствие гостей всегда праздник, полный стол. Я очень люблю гостей, там у нас каминчик постоянно, у нас какая-то музыка, пение, какое-то там гитара, пианино, поэтому... То есть ты такой прям хозяин-хозяин, да, вот что называется? С большой буквы. Ну, я не знаю, что значит хозяин-хозяин, но как бы вот гостеприимный-гостеприимный, наверное, точно про меня будет, потому что я люблю, чтобы всем все нравилось. Есть же разные там группы друзей, да, ты сам знаешь, что там из-за нашей профессии у нас очень много там и друзей, и знакомых. Для разных групп лиц ты готовишь, скажем так, разную атмосферу, разное настроение. Слушай, очень уютно у тебя, как бы изначально приходишь, и вот понятно, что здесь вот дом для этого создавался, для уюта. Спасибо, это приятно, но мы еще там, естественно, не докрутили до конца, потому что где-то что-то стоит временное, ну, ты видишь, еще плафончиков там нет. У меня воображение хорошее, я думаю. Да, да, и, да, кстати, да, у зрителей наши тоже очень хорошее воображение. Да, ребят, но мы докрутим, будет еще уютнее, я вам обещаю. Так, ну сейчас ты это докрутишь, там, те, кто придет, скажет, там, Макс, продай. Ой, тяжелое будет решение, да? Если какой-нибудь рыночный, ну, с легкостью скажу, конечно же, нет. Да. А если какой-нибудь невменяемый, неприличный, высокий прайс, я тебе клянусь, я буду переживать. И, наверное, я откажусь, потому что, во-первых, я его действительно хочу докрутить. Мне еще надо всех гостей в бане попарить, я им там обещал, потому что мы потом увидим, ребят, там баня, отдельное искусство, я вам честно говорю, там красота. Барбекю, надо всех накормить шашлыками, пловы вкуснейшим. У меня отец там научил делать супер вкусно плов. Поэтому, как бы, тут еще надо пожить. Мне хочется просто, знаешь, ощутить до конца, что все-таки в итоге, резюмируя, прожив там какой-то период времени, что было так, что было не так, что докрутить. Понятное дело, что там, ну, наверное, из-за нашей профессии хочется двигаться дальше. Ты сам видишь, что тенденция и квартиры загородных домов, она имеет какую-то там цикличность. Ну да. Там загородная недвижимость, наверное, там 7-9 лет, и как бы хочется что-то обновить. Потому что это новые бренды, новые тренды, все в этой жизни циклично. Наверное, придет время, когда я пойму, что, ну да, вот я, наверное, готов продать его. Вот. Но пока это точно не в горизонте там ближайшего года. Понятно. И мне бы не хотелось, чтобы кто-то какие-то предложения делал. Мы можем как бы пройти вот так по кругу. Давай. Первого этажа, да? Наверное, в каминную, в техническую комнату мы не пойдем. Ну, у нас на канале этого хватает, поэтому давай какие-то про особенности расскажи про своем доме. Одна из... Во-первых, ну вот хрустальные ручки, да? Стекла много, оказалось, что это тренд. Ну, слушай, это красиво, это легко и красиво, так как дом светлый. Здесь вот в ясную погоду ты не представляешь, как все бликует и сияет, и мне это очень нравится. Какое-то ощущение праздника. А, про эту комнату. Мне очень нравится готовить, потому что с детства я привык, что там и мама, когда мы у бабушки и бабушка, все время что-то готовят много, вкусно. Понимаю, что тут тоже всегда будет готовка. Я очень не люблю, когда от человека пахнет едой, либо там в помещении пахнет едой, да, потому что ты можешь там жарить и лук ароматный, и рыба, это разнесется по всем комнатам. На весь второй свет. Да, тем более ткани впитывают. Поэтому здесь мы приняли решение сделать изолированную такую техническую кухню. Слушай, она, конечно, ну, такая вместительная, тут прям можно это... Она у нас поготовить именно на славу. Максимально, наверное, комфортная, можно так сказать. Немножечко бардака, ребят, извините. Ничего себе. А здесь... Жилой формат. Ну, как бы такой, скажем, основной холодильник, там есть технический холодильник. Что-то, что мы успели, видишь, ввести. Там молочко, да, стоит. Прикольно. Все как надо. Вот, молочко, кофе. Это духовка, допустим, если ты хочешь выпекать индейку, и если ты параллельно гостям готовишься, тебе нужно какую-то выпечку, можно в той духовке сделать какие-то пирожные, как вариант, например. То есть две духовки, это важно и это функционально. Естественно, кофемашина и разогрев. Вот это окошко, там барбекю, то есть, в принципе, его можно открывать, и если ты видишь... Передавать, типа. Да, если ты видишь вот эту вот историю, летом, когда здесь открыто, у нас окно раскрывается, и я очень люблю здесь вот там что-нибудь попить чай, кофеек, полистать какие-нибудь там, знаешь, рилсы вот это с утреца, это любимое дело. Поэтому здесь вот такая вот... Слушай, необычно, да, такой большой дом, вот на технической кухне все равно нашел себе место, в котором... Да, а знаешь, какое оно уютное? Я тебе даже объясню, почему. Во-первых, ты проснулся с утра, там что-то там поделал, там постель, душ, спускаешься вниз. Ну, я дома практически никогда не ем. Я куда-то поехал, позавтракал там в нашей любимой кофемашке и там поехал дальше какие-то дела делать.
чашечку кофе выпить. Да. Ну, я же не пойду с чашечкой кофе туда, как бы с печенькой, с какой-то там крошить. Ну, зачем? Я взял тарелочку с печенькой, сижу здесь, похрустел, рилс полистал. Понимаешь, вот отсюда, это вот девочки, кстати, шторницы, абсолютно бесплатно, как комплимент мне сделали. Ага. Говорят, Макс, ты, мы заметили, что ты здесь любишь чилить. Говорит, давай мы тебе сделаем. Чтобы тебе мягко было. Да, и привезли, вот. Представляешь, вообще красотки. Вот, здесь на самом деле сконцентрировано как бы вот все, что нужно для готовки, для приготовления. На всякий случай гриль, чтобы, допустим, если не хочется там и что-то еще, уже не помню. Почему здесь открытые пространства приняли решение? Потому что удобно брать. То есть тебе не надо лишних движений вот делать. Это открывать, я вообще согласен. Для технической кухни. То, да, надо, вообще. Абсолютно. Мы сейчас, ну видишь, вот недавно только купили, еще бирки даже не отклеили. Угу. Все, большую часть всего, что можно, пересыпем. И у нас тут будет более-менее там покрасивее. Алкоголь весь разложим до конца. Будет у нас тут праздник. Слушай, а почему ты сделал дверь сюда, а не, например, там в сторону кухни столовой как раз? Там все равно ты приготовил, значит, передать как-то. Там два момента. Первое нам нужно было, там же через стенку у нас там парадная кухня. То есть там такая же столешница, там прям полноценная кухня, но она уже там прям красивая, сейчас мы посмотрим. И не хотелось как-то разбивать то пространство. Потом у нас есть через шкаф такое незаметное сообщение вот здесь. То есть ты можешь собрать... Супер. Слушай, подожди, я должен это проверить, как оно работает. Давай, это как будто ты мне что-то передаешь. Давай. Что тебе передать? На тебе корзинку. О, супер. Нормально. Получил? Да, все, получил. Ребят, все, накрываем. Все, толкай, брат. А, можно вот так ногой, да? Можно ногой толкнуть, да. Вот эта рукоятка специально для ноги. Класс. Вот, вот так. Вау, супер. Продуктовый лифт я видел, а вот такой системы нет. Это как-то я сделал. На самом деле... Это базовая какая-то вот штука? Это не базовая. Мы как раз-таки там есть немецкие производители кухни, есть итальянские, и ни с кем мы не смогли договориться. Что, немцы и итальянцы облажались? Не, Олег, мне вообще сказали, что типа мы такие крутые, вот там что-то предлагаете, мы ничего делать не будем. Прям так, знаешь, в грубой форме. Я думаю, блин, ну ладно. И тут появляется там девочка, которая говорит, слушай, обратись к белорусам, они братья наши, все тебе сделают супер круто. Ребята сделали супер кайфовую кухню. Сервис на 2 года, на подкрутки, на все, на все, на все. Сами разработали этот механизм. Идея в чем? Чтобы, допустим, вот там гости, идет мероприятие, гости общаются. Ты взял там посудку, сложил аккуратненько, подносик сюда раз, закрыл, она забрала. Пока она тут поставила помыть, положила туда еще что-то там. Мы там вот месседжи с ней через WhatsApp там опрокидываемся. Говорю, слушай, там мы там готовы к чаю. Она там уже раз. Класс. Чайные наборы все там. Потому что здесь на повседневку там парадная вся посуда там нужна. Она уже нам там разогретый графинчик с кипятком, ты это все положил, тук-тук, раз отправил. Это реально очень удобно. Никто туда-сюда не ходит, и в то же время есть сообщение. Да, там накопилось, раз отправил, накопилось, раз получил. Это правда очень удобно. И никого не смущает. И никого не смущает, как бы, и в то же время есть какой-то сервис. Да, понятно, мы там со временем можно будет доработать. В большей площади дома можно что-то и поинтереснее доработать. Но вот у меня пока такое решение. Пойдемте с той стороны как раз посмотрим. Сколько домов я видел, такого еще нигде не встречал. Подожди, а вот это что такое у тебя здесь? Ты фанат, читаешь книги? Я такой фанат. Или это декор? Как это все случилось? И именно вот почему именно столько? Вот особенно вот это вот Lingerie and Desire. Ну слушай, во-первых, это ля перла. Все девочки, естественно, и мальчики любят это шикарное белье. Было, по-моему, грех не купить эту книгу. Это, кстати, в Цуме мне менеджер порекомендовал, говорит, под интерьер возьми. Естественно, я ее беру. Говорю, Валер, что есть еще? Он говорит, слушай, Макс, вот там в гараже есть, вот ты можешь там про Том Форда своего любимого найти, еще что-то. Приезжаю я в гараж. Естественно, я там заранее в интернете что-то заказал, каких-то там 7-9 книжечек. Что я там увидел вот под интерьер себе в тона? Вот исключительно вот эта часть только мне изначально была нужна. Черно-белый. Но я увидел там все лучшие проекты к Захи Хадид. Все лучшие дома мира, все лучшие рестораны мира, лучшие там самые креативные какие-то решения офисных центров. Ну как это не купить? Естественно, у меня там, сколько там, по-моему, 12, всего 57 книг я взял, но 12 книг про интерьеры. Потом книги про, там, например, история бренда Nike. Ну, это же интересно было, очень интересно посмотреть. История брендов, ну, тут разных. И мужская мода за все время, как она менялась. Ботега там и прочее, прочее, прочее. Потом, а вот там есть ряд книг. Лучшие наряды с момента открытия по там прошлый год.
с премией «Оскар». Ага, ну, ага. Интересно же, знаешь, просто посмотреть. Слушай, ну какой у тебя вообще разнообразный кругозор интересов, да? Вот. Ну, слушай, интересно просто полистать красивые костюмы, кто как выглядит. Это же как обложка. Когда-то ты в кино, допустим, там увидел, что, ага, есть да. в частных домах цветы. Когда-то ты где-то что-то увидел, да, что можно построить красивый дом, очаровался, как бы хочешь. Тебе хочется выглядеть супер круто? Мне всегда хочется. Конечно же, я посмотрю на людей, кто как выглядит, кто как одет. Ребят, на самом деле, ну, Макс, это вообще, мне кажется, икона стиля. Икона, вот, с точки зрения брокера, но вот я себе визуализирую брокера по элитной недвижимости именно так, как ты. Ну, да. Точно не икона, но как бы я стараюсь, как бы, скажем так, на стиле. Ничего, я нормально? Ты шикарен. Как всегда шикарен. Спасибо. Слушай, ну, тебе это помогает работе? Вот это, не знаю, насмотренность твоя, там, да, кругозор, твой живой интерес вот к таким разнообразным темам? Ну, опять же, наша работа состоит в большей степени из простого, человеческого, интересного, угу. наполненного общения с людьми. Да. Да, если ты улавливаешь момент интересного общения с клиентом, ему с тобой интересно, он тебе где-то степ-бай-степ начинает доверять, вы там что-то выбираете, смотрите, он уже инвестирует с тобой, покупает, перепродает, он тебе доверяет полностью. Поэтому, наверное, количество там, скажем так, насмотренности вот этого всего и всяких разных книг на читке, оно позволяет, скажем так, поддерживать компетенции с премиальным клиентом. Угу. Вот, угу. наверное, не больше, не меньше. А изначально была концепция «все ради декора», поэтому... Понятно, понятно. А потом разыгрался. Вот. И мы переходим как раз к парадной кухне. Вот эта концепция. То есть ты варочную панель даже не стал делать? То есть все готовится там? Все полностью там. У нас с этой стороны только посудомоечная машина. Опять же, там для какой-то такой вот там посуды, которую можно не уносить туда. А допустим, там смена... Ветбар такой, да, по сути. Смена там посуды, ты сразу убрал туда, там пока моется, там достал какую-то другую посуду. Здесь винные шкафы там для красного, здесь для белого. Уже там частично... Мне кажется, ну да, уже что-то есть, вот, частично уже наполнены, правда, я не сильно, я признаюсь, не сильно разбираюсь в алкоголе, но вот это что, то, что подарили, а вот это вот пьет наша современная модная молодежь, ну, пришлось под модную молодежь заказать. Вот это наш, скажем так, портал, который как бы ты там доставляешь, да? Мы сейчас отдали на переработку, здесь есть более высокая такая ручка, мы просто сделали пошире чуть-чуть, потому что мало места, чтобы вообще не нагинаться, а прям ставить вот так. Да, да. Маленькая ремарка про белорусов. Бесплатно. Они говорят, да, мы доделаем, мы это изначально обсуждали, просто они взяли концепцию, переделывают полностью бесплатно, просто красавчики реально. Слушай, мне очень нравится. Хороший которые, материал. Которые как бы вот это... ну, вот, болеют своим делом. Ради просто факта исполнения, да, вот как бы мечты, да, заказчика. Причем там это менеджер, она там один раз приехала, поправила, два раза приехала. Вот у нас сейчас вот здесь подсветка, нам не нравится, какой свет. Что он холодный. Мы переделываем полностью эти закладные, куда вот эта ленточка вставляется, чтобы она не била в глаза. Понятно. Переделают, привезут, поставят. И причем я ничего за это уже не плачу. То есть изначально обсуждался теплый свет, проговорили, да-да-да. Причем юридически нигде не закреплено. Мы говорим, мы переделаем, это несложно. Переделают сами. Еще от них там вот дверка едет еще. Мне не заставилось. Стол. Стол это целая такая прям заморочка. Это, наверное, за стол отдельное спасибо Диана. Респект и низкий поклон. Даниэль Хом. Я говорю, нужен большой. Нужен широкий стол, потому что мы, когда собираются гости, мы его, ну, примерно вот как здесь украшаем. То есть здесь у нас типа такая зона коктейльная, тут стоят какие-то напитки, ну, там, скажем так, welcome drinks, фрукты, т.т.т. А здесь уже полностью прям раскладка, сервировка с тарелками, с посудой, с ложками, со всей красотой. И мне нужен был широкий стол. Поставь руку туда, давай проверим. Ну, 1.20 м. Да. 1.20 м. Да, то есть как раз 20 сантиметров расстояние, вот где можно там разместить. Ну, типа, да. Что-то дополнительное, да, декор там. Стандарт это не стандарт, вот, но мой был стандарт, чтобы сделать так, как ты видишь, что присутствует стекло, да, и перегородок там нет. То есть стекла, в принципе, дома много. Я хотел стеклянные ножки. Хотел эти стеклянные ножки сделать с подсветки. Они мне сделали, чтобы просвечивалось. У меня отец в детстве занимался, вот что-то он там, самолеты, по-моему, делал, которые светятся. Он говорит, тебе нужно туда какую-то сетку, либо какую-то ткань, чтобы ножка реально вся светилась, иначе свет будет уходить в никуда. И у тебя будет только сверху полоска и снизу. Они интегрировали туда сетку, слушай, заморочились, сетка. Сделали, представляешь? И то есть он в итоге, ты посмотри, какой он красивый, просто парящий. Включается сейчас? Или не подключился? Он включается,
никто не заряжал его, конечно. Не, ну он включается. Вот здесь. Я понял. Да, вот здесь есть датчик, который надо тебе зарядить. Тут он включается. Ну да, он просто разряжен. Это блок. И ты потом меняешь цвет, как бы там незаметно раз нажал или там с пультика. Чик, у тебя... Ну, вот это сейчас модная тема. Это модная история. Мы взяли... Знаешь, как называется? Как? Ткань. Букле называется. Букле? Да. Ну, наверное. Видишь, я не сильно заморачиваюсь. Как бы мне нравится и хорошо. Но это модно. Знать, что букле. Да, и важно мне было, чтобы были вращения, потому что я не люблю, когда вот это вот туда-сюда. Это очень удобно. Ты раз, сел, сидишь, есть у тебя вот здесь куда опереться. Да. Это реально очень удобное. И опять же, там по каталогу смотреть, искать, мне как бы не нравилось. Мне нравилось, я увидел. Понравилось, все, думаю, это мое. И это реально очень удобная штука. Да. Ну и смотрятся они необычно, у них вот эта ножка большая. Слушай, я себе возьму на вооружение, потому что... Я тебе дам ВКонтакте, кто такие делает. Очень круто и качественно. Класс. Тот же самый золотой человек, который мне и стол сделала. Диана, еще раз спасибо. Прорекламировали бесплатно. Не, на самом деле, вот талантливых людей, что, допустим, мы обсуждали там свет, да, что там вот этот Диану, что, ну, Давлет, это тоже знаешь. Да, да, да. Но я, клянусь тебе, впервые был восхищен вот этим сервисом. Я говорю, ребят, у меня час времени. Они говорят, мы успеем. Я говорю, 100 ковров пересмотреть? Они говорят, да, мы успеем пересмотреть 100 ковров. Они вот здесь их все выставили. Тут еще, еще ничего не было. Я даже сторис это выставлял. И они вот так вот прям бегом, раз-раз-раз, все в перчатках. Бедно, у них там такой спортзал был. Они мокрые, думаю, так вот им кондиционер включить. Быстро перемерили, что-то там идеально подошло, что-то оставили, что-то он говорит, пусть у тебя полежит, когда придет новый, мы просто заменим, вдруг ты там... Да, мы знаешь, как называем ковры от Давлета? Как? Ковлеты. Ковлеты? Да, это уже, знаешь, такое имя нарицательное. Да, да, да. Они как раз видят с бирочкой его. Да. Ну, он ребят, кстати, у нас есть очень хорошая скидка по промокоду ВДТ, поэтому если вдруг, да, то обращайтесь. Ты когда покупал ковры, ты думал, что ты, в принципе, будешь столько денег на это тратить? Я когда покупал дом... Я даже предположить не мог, что я потрачу столько денег. Это, ну, в итоге примерно вышло в 5 раз больше моих ожиданий. Но я такой человек, если мне что-то сильно нравится, нифига, я лучше чуть-чуть подожду, там вот сейчас на работе поднапрягусь, но я сделаю то, что я хочу. Но ты сейчас поймешь, это и по кинотеатру, и по доп. Строению, по бане, которую я уже тут это слегка прорекламировал. То есть ты можешь сказать, что в целом дом для тебя стал таким большим мотиватором работать? Дом для меня открыл, наверное, какой-то дополнительный портал энергии, чтобы продолжать работать, работать много, эффективно и здесь, и не здесь. Заниматься там не только там жильем, а и коммерцией активнее, да, потому что там раньше доля продаж коммерческой недвижимости была там 30%, сейчас она уже там 65%. Ого, ничего себе. Вот. Но тем не менее объемы там закрытых сделок в жилье, они тоже там прекрасные, там за полгода уже где-то на, ну, чтобы не соврать, по 3 миллиарда уже жилья продано, помимо того, что уже там хорошо продано коммерческой недвижимости. То есть акцент вот этот на коммерцию был актуален в период, когда вот началась вот эта турбулентность вот этих этих наших действий из-за мобилизации. Как-то жилье вообще провалилось, ты сам знаешь, что часть людей вообще там откланялась, вот, слава богу, временно откланялась. Вот. А людям нужно куда-то инвестировать, куда? Ну, конечно, недвижимость. Ну, да, это всегда беспроигрышная история, просто нужно всегда искать и искать и искать классные лоты, которые действительно дают потенциал. То есть, если бы у тебя, грубо говоря, не было там дома с такого количества затрат, ты не думал бы о диверсификации, сидел бы там, как бы, с квартирами занимался. Ну, сложно бы представить, знаешь, вот это сослагательное наклонение, если бы ДКБ. Я не знаю, как бы было. Ну, потому что до дома я же тоже как-то вот там что-то старался, делал, поэтому, ну, сложно сказать. У меня до дома появились там сначала квартиры, потом какая-то там коммерция. Потом так вот исторически сложилось с этим домом, что вот Леша предложил. Вот как-то все совпало, понимаешь? Круто. Я тебе не могу объяснить даже, как это все произошло. Макс, я смотрю, у нас там это немножко дождь закончился. Давай, пока не темнело. Да, хочу все-таки посмотреть. Пойдем, пойдем. Да. Вы с удовольствием смотрите мой канал и часто отмечаете экспертность и внимание к деталям, с которыми я подхожу к обзору каждого дома. В этом мне помогает врожденный перфекционизм, широкий кругозор, глубокое знание рынка и большой опыт продаж элитной недвижимости. Если бы я не был руководителем Веска Групп и идеологом амбициозного IT-проекта homehunter.ru, я бы точно стал топовым брокером недвижимости Deluxe-сегмента. Все свои знания о принципах работы элитного рынка и о том, как брокеру стать успешным и стабильно закрывать сделки в высоких бюджетах, я упаковал практический курс по привлечению и продаже объектов элитной недвижимости Open Sales.
Курс открытых продаж отлично подойдет практикующим и даже успешным брокерам по элитной недвижимости, риэлторам из массового сегмента, стремящимся повысить квалификацию и уровень дохода, и агентам по элитной недвижимости из регионов. Курс Open Sales состоит из 37 видео продолжительностью 12 часов и разбит на 5 ключевых модулей. Расскажу, как добиться реальных результатов, привлечь объект на эксклюзив, подписать правильный договор, работать с собственником по стратегии ценообразования, выделить объект за счет классной упаковки, получить максимальный охват и в конечном счете продать по максимально возможной цене. Мы сделали свободный доступ к курсу по принципу донатов, без каких-либо регистраций и предоплат. Все видео выложены в отдельном плейлисте на YouTube, а в описаниях к ним полный набор дополнительных материалов. Вы сами решаете, какую сумму доната перевести и в какой момент. Определите ее самостоятельно, в зависимости от того, какую ценность от курса получили именно вы. Ссылку на плейлист со всеми уроками я оставлю в описании. Сохраните его в закладках, поделитесь с теми, кто так или иначе связан или интересуется рынком элитной недвижимости. Ну и, конечно же, удачных продаж! Так, ну что, Слушай, ну давай вот сразу, с места давай, в карьер. Давай вот с этого света сразу. Во-первых, посмотри, какой нереально красивый. Это ткань, представляешь, тоже. Он вообще, по идее, интерьерный. Мне, ребят, он не сюда на вход, он мне нравится. И посмотри, как он прям под шторы вообще. Не, подходит. Супер. Да. А что-то японское такое. Поэтому вот ему восточно. Здесь место. Шторы, это мои волгоградские девчонки, Людмила, красотка. Мне хотелось что-то здесь изначально как-то облагородить, потому что здесь будут стоять потом свечи. Мы еще поставим в горшках цветы, будет очень так уютненько. Здесь у нас еще два больших кашпо, лавочка. Ну, как бы по ландшафту, по уличному мы еще в стадии доработки. Полностью красиво, он заживет, естественно, летом следующего года, потому что 15 марта у нас запланирована стрижка всех этих растений, то есть создание формы. Потом, когда в мае появляются листья, мы там в 10-15 июня это все подстригаем, и вот тогда у нас примерное понимание уже по ландшафту. Вот. Что касается этих штор, на мой взгляд, это очень по-европейски, это очень современно, это очень уютно. Шторы, гарантия, 10 лет. Специально для вот, уличного уличные шторы, да, аутдор ткань. Неубиваемая, климатически ее все устраивает, минус 30, минус 30, она пропитана. Хочешь, закрыл, хочешь, не закрыл. Но вот в таком виде, мне кажется, очень уютно. Ну, я такого нигде еще не видел. Миленько это смотрится. Соседи... Кто придумал, скажи? Я придумал. Да? Ты придумал? Вот, сказал, вот и то штора, я да. придумал, причем как бы все, и концепцию вот этой вот сплющенности подсмотрели там в каком-то, уже не помню, отеле. Говорю, слушайте, а у меня так можно? Я не мог долго понять, что в моем санузле с этими радиаторами туда повесить. Потому что вот эти римочки мне очень не нравятся. Я понимаю, что я там никогда ничего открывать не буду. И там у меня висит зеркало за окном. И то есть, чем закрыть? И вот была... принята идея, вот как бы вот так вот сплющенно сделать ткань. Очень красиво. И концепция разошлась как бы туда дальше-дальше. Изначально с уличной шторой была идея именно на входе. То есть мы хотели сделать только вход. Понятно. Балкон, это уже потом чуть позже зародился. Я говорю, слушайте, а можно? Она говорит, да в принципе можно. Я говорю, а будет круто? Потому что вот с той идеей, мы вам позже покажем, что я там накреативил у себя. Макс сначала сказал, что на второй этаж не пустят. Но только потом, на балкон. А потом сказал, нет, вот это надо все-таки обязательно балкон показать. Балкон можно показать. Это просто креативно, будут мусолить, скажут, ну Гудунов вообще чокнутый. Ну, конечно, шторы на улице, все непонятно. Вот, поэтому покажем, чтобы вам было что обсуждать. Так, ну что, как мы идем? Оттуда, давай отсюда? Мы пройдем вот в эту немножко часть, а потом уже в ту. Давай. Здесь вот эта роскошная яблоня. Почему она здесь? Это яблоня? Это декоративная яблоня. Она цветет практически месяц вот такими вот цветочками. Только пышными такими набитыми. И она вся в цвету. Вот, представляешь, вот везде все ягоды, это все цвет. Красота будет весной нереальная. Ладно, яблоки съедобные хоть? Яблоки, ну давай сейчас попробуем, если не отравимся. Давай. Ни о чем. Ни о чем, да? Я говорю, малюсенькое яблочко. Ну, вкус яблока, да. Немножко вяжет. Здесь гвоздику мы в тон посадили, она очень быстро разрастается. У нас будет такое светлое пятнышко, и у нее цветочки вот такие же прям в тон. Вот, бонзай. Я тебя сейчас расстрою, это не бонзай. Ну, это условный бонзай. Да, мы называется... понимаем, что это технология выстрижки по стилистике. Называется ниваки. Ниваки, да, ниваки. Специально. Потому что бонзай – это чисто на подносе, оно так переводится, как дерево на подносе.
мы его условно все тут называем, прости, я буду сейчас говорить неправильно, бонзай. Вот, он мне очень понравился, ну, вот, очень своим шапочком. Прайс у него был, конечно, самый высокий, и я изначально, так как у меня их два, я взял чуть-чуть попроще. Но потом так сложилось исторически, что они привезли с испорченным комом, ага. И я отказался от выгрузки, потому что, ну, как бы на свой страх и риск не хотелось бы, ком осыпался. Осыпанный ком не дает гарантии никакой, что оно там приживется, прирастется. Я приехал, начал устраивать скандал, говорю, вы мне ком осыпали, ветку сломали, там одна ветка сломана. Угу. Они, представь, вот по 4 миллиона, там каждая ветка 1200, наверное, то и, ну, больше, да? Там сколько здесь веток всего там? Приходит директор, такая, так, что за шум? Такой, говорит, полмолодой парень так ругается, говорит, жёст. А я прям с матерком там, знаешь. А он говорит, так, пойдем в кабинет. Мы зашли на чайку-кофейку, там, попили чайку. Ну, сразу видно профессионал своего дела, понимаешь? Uh-huh. Вот молодец. Поэтому они мне заменили вот на этот свой самый дорогой. Ну, скажи вам, красавчик. Ну, не, Неваки, вообще, да. Скажи, да. Неваки прекрасен. Прекрасен, абсолютно. Неваки – это он, она, оно. Неваки. Оно – дерево. Дерево, оно, да. Все, скажи, решили. Оно прекрасно. Вообще супер. Ну, вот, весной мы его тоже подстрижем. Когда прирост будет. В этой части пока мы ничего не трогаем, потому что у нас здесь будет выровнена площадка, будет камушек и очень классная лежанка приедет. Так как, ага, ты понял, что я люблю это, да, поболтать. Полежать. Да. А мы ее еще называем так, это типа зона для покурить и пошептаться, потому что там будет барбекю. А, ну понятно. Чтобы, отошел. Знаешь, как, ага, там подруги что-нибудь кому-нибудь обсудить, там отойдут, угу, с бокальчиком, угу. И вот у них это будет пространство, здесь небольшое кострище, и они вот сюда пообсуждать кому-нибудь, там косточки помыть. Вот. Сколько соток у тебя здесь? 19,7, угу. Но ощущается сильно меньше, скорее всего, ну опять же, понятно из-за чего, из-за того, что очень много террас. Вот здесь, ну, здесь, да, терраса, да, очень много в камне тут. Территория с обратной стороны террасы, поэтому, ну, ощущается по факту чуть поменьше. Угу. Вот. У нас придут сюда еще хаотично разбросанные всякие кустарники. Думаю, что через сколько-то лет будет участок сильно больше, и у меня будет настоящий огород. И парники, да? А, с удовольствием. Слушай, сейчас такие есть парники за 4,5 миллиона, если ребята делают, он вообще полностью себя обслуживает там, и воду собирает, и пропалывает, да? Ну, только что, наверное, не пропалывает, да. И сам там полив регулирует, ну, короче. Вот, мы сюда добавим каких-то вот разнотравий еще, ага, немножечко. Ага. Здесь у нас, кстати, все можно есть. Это брусника, ага, мята, что-то еще, и что-то мы даже посеяли. А дома у меня целый пакет есть семян, которые мы вот в конце ноября будем втыкать. Ага. Вот, это тоже все съедобное. Лук, чеснок? Чеснок, лук, кстати, нет. Но я думаю, что не проблематично будет его воткнуть куда-то. Это моя любимая ирга. Мы еще подстрижем, она у нас будет как бы в две шапочки. Вот первая шапочка, вторая шапочка. Ага. Классная двухуровневая подсветка будет у нее. Иргу я ем. То есть это все под подсветку у тебя уже готовится? Это под подсветку, ага, да, это выводы. Вот то, что я тебе говорил, что девочка заболела, она, да-да, сейчас выйдет. У нас, кстати, свет уже весь там лежит. Вот в коробке, это все свет пришел. Понятно. Вот, все это мы донастроим. Маленькие детали у нас остались. Вот нам надо выложить камин и, в принципе, прошлифовать основной дом. Ага. В целом, как бы практически. Зачем все шлифовать дом? Шлифовка и покрытие было, ну, предложено, чтобы... я не отказывался сразу. Смотри, вот видишь, что этот кусочек темный? Да. Вот так практически по всему периметру. Сейчас вот ты видишь красивенький светлый камень, уже пошлифованный. Немножко видишь окна в пыли тут, потому что они шлифовали. Вот поэтому, ну, конечно же, надо как бы вот финально там порядочек еще донавести. То есть чем-то покроет, чтобы оно в целом... Да, там какое-то покрытие специальное есть, чтобы это все хорошо выглядело. А ты фасад делал или у тебя уже дом был с фасадом? Нет, вот он был готов, он немножко, на мой взгляд, с креативом, я не знаю, надо ли это на камеру говорить или нет, но мне как просто есть. Было смешно. Смотри, они сделали полоска. Красиво. Да. Там, смотри. Ага. Плитка, полоска. Зачем? Ага. То есть непонятно. И с той стороны также. Везде дальше выложили горизонтальную плитку. Там почему-то они сделали вертикально-вертикально. То есть какая-то, видимо, ошибка строителей была. Но он все-таки в классическом стиле у тебя. Тебе нравится классический стиль? Ну, такая современная классика. Смотри, я, скажем так, я с ним согласился, потому что это единственный дом у озера, который оставался. Здесь второй дом от леса. То есть у нас здесь выход в лес, там, облагороженный лес. Мне вот вся в целиком эта концепция понравилась очень сильно. Если бы я на сегодняшний день строил бы с нуля, я бы, наверное, в современном стиле строил. Понятно. Мне очень нравится, как там, я не знаю, там Юдизин делает, наверное, знаешь, там
Федорова, архитектор, да, красавчики просто. Вот я бы что-то сделал в такой стилистике. Ну, наверное, не 2-3 тысячи метров, но 700-900, наверное, метров я бы все сделал. Я точно бы сохранил то, что я сейчас здесь наделал. Я бы сделал еще игровую комнату, фитнес-зал обязательно, мне это нравится. И я бы сделал бассейн. То есть вот не отдельным зданием, там, барбекю. Мы сейчас, кстати, если хотите, чуть-чуть в стройке, но могу вам рассказать, что здесь давай, конечно, нужно. Да, интересно. Прям вкратце. Это зона барбекю, она соединяется дверью с тем помещением, естественно, закрывается, чтобы можно было прям и в холода здесь сидеть, если хочется там на улице свежий воздух, да. Вот сюда мы накидаем кучу подушек и горшки с цветами у нас уже здесь куплены, туда диванчик такой встанет, и то есть, чтобы здесь тусовка, так как я люблю гостей, обожаю, я считаю, что как бы загородный дом, наверное, он в том числе создан для того, чтобы на выходные сюда приглашать друзей, общаться, что-то обсуждать. Поэтому как бы планируется, что будут приезжать гости, будет барбекю, будут посиделки какие-то. Вот. И здесь какая-то будет тусовочка. Может быть, мы под какое-то мероприятие тут 3-4 столика круглых поставим, чтобы тут прям совсем движ Париж устраивать. Ага. Вот. Зайдем вовнутрь. У тебя же до этого не было своего дома? Не было. То есть ты жил все время в квартире? Да. Ага. Но если... Если, допустим, сказать о детстве, я жил у бабушки, потом какой-то период у дяди Саши в Песковатке, это мамин брат дядя, там было все в первый раз, и рыбалка, и не рыбалка, поэтому привычка вот эта вот к земле, что-то делать, что-то сажать, для меня, в принципе, общение с землей, это, ну, как бы больше удовольствия, чем какая-то нагрузка. Когда делали ландшафт, слушай, все, у меня мир поменялся. Я уже радостный, довольный, счастливый. Хожу уже, что ну вот. Приземлился. Да, близится, близится. Конечно же, в перспективе, я тут уже соседа уговариваю, говорю, ну слушай, ну продай мне, ну зачем тебе? Он его продает, не может продать, высокий прайс. Я говорю, отрежь половину, продай мне эту половину. Ну что-то пока не соглашается. Ну, ладно, я думаю, всему свое время. Мы сейчас с вами зашли, ну, я не знаю, как его правильно назвать, доп. Строение, наверное, баня. Опять же, там, с друзьями. Собраться, попить пиво, поварить там какие-то там, не знаю, раки, креветки. Все можно сделать здесь. Там, допустим, жены отдыхают, дети там по-своему. Мы тут по-своему. Банька. Пошуметь, поржать, что-то пообсуждать, чтобы как бы не мешать. И опять же, чтобы вот эти вот рыбные руки в красивом доме там нигде у меня там не наследили. Здесь тоже есть камин, кстати, вот он стоит. О, прикольно. Круглый, там уже вывод сделан. Он причем вращается вот так. Леша, по-моему, в понедельник приедет устанавливать. У нас тут осталось финишное, это выкрас стен, плинтуса, камин, все. В принципе, мы вымываем все, этот стол идет на улицу. Класс. Вот, такое, как бы, опять же, я любитель там закрутить соленья, я уже 15 банок с сестрой. Я никогда не крутил соленья. Серьезно? Я тебе как, знаешь, как это интересно? Во-первых, сам процесс, я кайфую от процесса. У меня сестра, Оля Годунова, она оперная певица вообще-то, так сказать, джаз-опера. Обалденный делает помидоры. Я говорю, Оля, научи. Она говорит, тут будет у тебя новоселье, я тебе к новоселью сделаю. Тут она мне звонит сама недавно, говорит, Макс, ты помнишь? Пора. Я говорю, ты серьезно? Она говорит, да. Я говорю, ну давай, что, закупаемся, покупаем банки. Она приезжает с мужем. Пока мы тут их нарезали, пока мы их накрутили, мы перепели там половину нашего репертуара, знаешь, старые вот эти вот киношные песни. Блин, это такая кайфовая атмосфера. Накрутили 15 банок, я их положил сейчас в холодильник, через месяц будут готовы. Так что жду тебя через месяц на помидоры. Супер. Так, что у нас здесь? Вообще изначально как бы центральный вход, он вот он. Да. А там это уже выход как раз на барбекю, что можно было проходить. А здесь такие две красивые стекляшки висят, это типа зеркала, граничащие с гардеробной. То есть ты, концепция в чем? Зашел, разделся, там переоделся, санузел, тут посиделка, тут стеклянная дверь и это уже мокрая зона. Для чего тебе это все, скажи мне? Слушай, ну во-первых, как минимум для здоровья, потому что парение это очень полезная процедура. Стол, где тебя будут вениками фигачить. Смотри, какая здоровая печь, максимально большая, с мелкодисперсным паром, все как надо. И вот этой вот штукой раз, так туда? Туда, да, прям открыл, залил на камушки, там подлил, убрал. Здесь водички добавил. Здесь, кстати, окна со смарт-стеклом. Нажал кнопочку, они прозрачные и видно красоту ландшафта. Эта лавочка, естественно, это просто понты, она убирается туда, на ту часть. Там у нас будет купель. Вот, о, кстати, вот эта прикольная штука, я ее только сейчас увидел. Как-то, мне кажется, они слишком маленько сделали, надо было ее побольше. Ой, там еще соли полно. Ее практически не видно как-то. Ты видишь, я первый раз ее сейчас это разглядел с тобой. А у нас приходит дверь через
буквально там дня 4-5. И, в принципе, они мне ее сдают, прокаливают. Мы еще чуть-чуть притонируем эти горы, чтобы оттенок был. Ты понимаешь, какая луна корявая? Ну, не очень похожа на луну, да? А, это луна? Ну, я сам старался. Это называется непрофессиональная рука. Это я сам что-то там накреативил какой-то краской. Но вот проще как бы будет перезаказать, мне кажется, уже у профессионала. Ну, как бы что, не похоже на луну? Ну, не похоже. Нет, ну ты сказал, похоже. Вот. Почему такой размер? Потому что, опять же, гости, чтобы было больше людей. Кого-то там парят, кто-то сидит там здесь, балдеет, тут еще венички будут висеть. Вот, заморочился с деревом, хвойные породы из разных стран мира. Запах, слышишь? Вообще, просто сказка. Не, сказка. Не говори. Да. Зачем тебе это? Давай, доделаю, приглашаю вместе с помидорками. Ну вот, там, с удовольствием, да. Да, с удовольствием. Очень здорово. А что, музыка еще, да? Здесь, да, кстати, предусмотрены колонки. Есть несколько типов расслабляющей музыки. Там такой посыл идет, настройтесь на парение, там закройте глаза. Ну, типа такая релаксация. А есть колонки для бани именно? Да, я знаю, это, для хамамов. Это там, колонки. Там, кстати, как... вот этот проект делает питерская организация. Те же ребята, которые Бор 812 делали, заложили вот с этой стороны и вот с этой стороны колонки. Если туда заглянуть, их там видно. Мы их уже тестировали. В принципе, если ты хочешь, мы можем включить. Чего же я не хочу-то? Ну, вот, что-то типа такого. Ну, класс. Трава, тут пар. Да. Все, я уже представил. Венички нагнетают. Да. Ты расслабляешься, тебе хорошо. Кайф. Все будничные хлопоты. Все, я уже мечтаю к тебе приехать. А ты говоришь, зачем я это делаю. Но... Да, класс. Так, ну что, на выход, давай обойдем дом. Здесь, возвращаясь к ландшафту, стоит оговориться, что он зацветет полностью в следующем году. Раньше рассчитывать не нужно. Вот это очень удивительно интересная трава, осока, она именно так и растет. То есть она прям растет в таком цвете. Почему именно она? Потому что очень сочетается и с домом, кстати, и с стволом этого Неваки. Да. Вот, ее сложно было достать, мы ее нашли, собрали, укомплектовали. Она очень красивая и пышная. Летом, в солнечную погоду, она еще и сияет золотом просто. Класс. Красиво, нереально. Я не понимаю, почему ее наши люди не высаживают. Да. Здесь у нас полосочкой будет лаванда, у нее очень такие красивые стрелки, тоже будет колоситься. Я думаю, что они прям в унисон будут мне тут создавать красивый эффект. У тебя, получается, как таковой лужайки нет. Это какой-то осознанный твой выбор? А какая именно лужайка нужна? Не знаю, типа там что-то поиграть, там футбол погонять, там, бадминтон там. А, есть сразу же, выходя из дома, огромная площадка игровая. Можно там поиграть. Есть бассейн, есть там целое поле, где поиграть. Как бы здесь хочется наблюдать красотой. Потом, не 70 же соток, правильно? Ну да. Было бы больше, было бы там несколько площадок. Понятно. А так хочется создать красоту, чтобы круглый год была приятная картинка. Поэтому здесь подсветка. Я просто человек, который очень много занимается спортом. Помимо того, что я хожу каждый день в зал, я еще и занимаюсь большим теннисом. И плавание у меня периодически проскакивает, и что-то еще. Поэтому, ну, здесь, наверное, вот чуть позже появятся детки. Ну да, да. Я очень верю, что появится и проект, который уже там с большим метражом и с большей землей. Понятно. Эта линия у нас тоже такой необычный подбор. Это, кстати, съедобная история. Задача была сделать красоту круглый год. Не просто хвойную, а что-то оригинальное. Вот эта рябина, мы ее выстригаем конусом в форме елки, и она была вся усыпана вот этой вот культурой. Подсветка зимой будет давать такую красоту, на ней лежит снежочек, и вот эти вот ягодки съедобные птички прилетают, едят. Я в это верю. Я себе такую картину нарисовал. Здесь перемешку кронные деревья. Конечно же, это еще зародыши, да? Нам еще надо их растить, отстригать, выравнивать. Не все названия я тебе могу сказать. Ну, ничего, просили, да. Вот. Слушай, здесь, а естественный это... забор, он вырастет и будет вот такой вот прям линии здесь в следующий сезон. Слушай, ты, поскольку не жил в доме, наверняка надел кучу ошибок. Давай, вот расскажи, в чем ты ошибся? Ну, где у тебя ожидания с реальностью не совпали? Что некоторые люди могут подставлять по срокам. Вот я был уверен, что если ты платишь, то как часики должно быть. Подрядчики не всегда настолько добропорядочные, как ты бы хотел это видеть, понимаешь? Это вот важный момент. Потом был товарищ, который что-то работал, там одно сделал, второе сделал. Дал ему предоплату без каких-либо документов на что-то, он пропадает. Думаешь, ну блин, камон. И самое, наверное, сильное разочарование, у меня отделкой занимался мой одногруппник,
который потом взял на смесители и пропал. Вот это было самое, наверное. И там вопрос не в трех этих миллионах. Да. Вопрос в личности. Когда-то мне там обратился, Макс, помоги, там детей кормить нечего. А в итоге, говорит, пропал. Ну, так некрасиво, короче, поступил. Саша Ромаковский. Тебе не привет вообще ни разу. Вот, а все остальное, слушай, ну, какие-то мелкие какие-то моменты, которые ты забываешь. Где-то у нас там плиточка лопнула, не те, видимо, плиточники, потому что мы везде выкладывали эти огромные слэбы. Где-то надо было их там по-другому, где теплый пол, вот они у нас там чуть подлопались. Но их не сильно заметно, если ты не будешь ходить тыкать пальцем, ну, тебе там никто и не обратит на это внимания. Но так как ты там делаешь это для себя, ты понимаешь, а, ну, здесь у меня будет коврик, и так как бы ничего страшного. А здесь, когда я захочу, если я уеду там неделю на две, я все переделаю. Поэтому я думаю, что если ты меня спросишь там через годик, может быть, я тебе что-то там еще дополнительно отвечу. Вот. Но пока все супер классно, мне все очень нравится. Я хочу еще следующий сезон мы обставим здесь летней уличной мебелью, чтобы здесь можно было завтракать, там пить чай, кофе, сюда какие-то лежаночки для Закара. И в целом, ну, наверное, все очень даже неплохо. Ну, класс. Ну, единственное, я так понимаю, все деньгами вылечилось. Твои идеализации, да? Слушай, пока такой возраст, что есть возможность зарабатывать. И ну, спасибо там всему, наверное, что происходит. Я не знаю, потому что был какой-то там ковид, 4 месяца без работы, потом бах, там пошел какой-то отложенный спрос, там какая-то повышенная активность. Потом это спецоперация, все уехали, у тебя какое-то волнение, ты думаешь, нет, точно все будет хорошо. Оно стало? Стало хорошо. Все работают, все прекрасно. У нас вон за последние 3 месяца я посадил, как это правильно сказать? Посадил, релокация. Наверное, негативное слово. Релоцировал в более крупную площадь 4 там российских бизнесов. 4000 метров, 2500 метров, 5500 метров. Люди, которые въехали как бы аренду помещений там из регионов в Москву. Круто, блин, нереально круто. Говорить вот на этом срезе о нашем рынке, я вижу, что какая-то приятная динамика. Очень много региональных клиентов с чеком 200-300 миллионов рублей. Это же круто. Да, круто. Да. Поэтому вроде как-то ограничения, они вроде как-то и плохо, а с другой стороны, для внутренних рынков они как-то как будто бы и хорошо. Так, идем дальше? Да. Здесь, кстати, мы прошли вот в некоторых местах, казалось бы, есть нелогично, допустим, ивушка. Но вот откуда она здесь и зачем она? Это вот две разных по типу своему ивы. У нас там просто глина, перед тем, как высаживать, мы выкапывали дырки везде, лунки, проливали водой. В двух местах у нас вода стояла неделю и ни на сантиметр не ушла. То есть прям жесткая глина. Поэтому мы сделали побольше яму, посадили сюда, ивушку мы ее будем стричь, обрезать, чтобы она там не слишком большая была. И вот эту, это нереальная красавица, она кустовая, очень хорошо стрижется. Это будет супер-супер красотка, тем более, когда она еще будет подсвечена с двух сторон. Классные мятные листочки, за ними гонялись, вот 4 таких крупных дерева всего осталось. У нас по проекту тут было 5, но 4, потому что больше нигде вообще в России их нет. Я забыл, что это, то ли клен, то ли это липа. Я, ну, смотри, у меня есть же приложение. Липа маньчжурская. Липа! Маньчжурская. Я же говорил липа. Да. Вот, кстати, тоже классная лимонная пихта. Пахнет просто нереально. Прям лимончиком. Да. Очень можно клёвая. В чай заварить. Я думаю, что мы ее оборвем, там еще он две подсадили. А, еще одна березка, черная сосна, она тоже очень вкусно пахнет в летний период времени. Она чуть-чуть осыпалась, естественно, у нее был переезд в этом году и осень. Вот, окна моей спальни наверху, поэтому мне нужен вот этот вот аромат вот этой вот красотки, поэтому она здесь находится. Вот, ну, собственно, наверное, глобально по участку так все, это повторяются опять же вот эти яблони. Повторяется вот этот вереск, он крут тем, что он зимой сквозь снег пробивается более пышными вот этими вот красными цветочками. То есть у него такие же зеленые веточки, красные цветочки. Конечно же, мы весной его подстрижем, выравниваем. Там у нас вот где-то, видишь, там подсох, мы там подсадим. Будет красивенькая линия. Ну, я чувствую, ты прям фанатеешь от этого. Я фанатею. Мне хочется посмотреть, как это будет весной, потому что тут же половину надо там состричь, что-то поменять, что-то там мне уже не нравится. Но я думаю, сейчас окей, посмотрим, как это на будущий год прорастет. Надеюсь, что будет красиво. Так, куда ты Феррари свой дел, скажи мне? Какую? Какую из? Слушай, старенькая Феррари Тестероса, она хранится в Оскар-клубе на хранении. Ну, это удобно. На ней, потому что накручивать как бы совсем не хочется. Приехал в Сити, поставил какую-то машину, пересел на нее, покатался. Ferrari SF90 стоит в Меркури. Она как бы у нас типа на продаже. Ну, а для меня это бесплатное хранение, бесплатная зарядка. Еще плохо, что сейчас здесь стоят две машины. Одна, скажем так, джип, вторая не джип. Вот ты мне скажи, ты когда в роли брокера там, ты можешь на Ferrari приехать на встречу с клиентом? Процентов 25 случаев
только на Феррари надо приезжать. Ага. Потому что именно клиенты, когда приглашают, там часто очень говорят: слушай, ну ты приедь на спорткаре, потому что он там тоже фанат. Там. Клиенты тоже иногда, знаешь, они хотят порадоваться жизни. У большинства взрослых клиентов они стоят в гараже и все. А я один из немногих, кто на ней ездил. У меня там даже бренд-директор, они мне делали спецусловия. Почему? Они говорят: Макс, ты ездишь. У нас часто приходят заказы, говорят, вот, да. Вот я на Патриках сфоткал, говорят, это что за модель? Вот, говорит, мне такую же, можно сказать, 4 подписанных договора реально по картинке с Патриком. Представляешь? Твои, и у них поэтому такое приятное отношение. Круто, круто. Мог бы я, блин, 25 лет назад об этом подумать, что у меня вообще, в принципе, когда сфера будет, что у меня дом свой будет, когда я там, допустим, там у бабушки индюков пас, там, знаешь, ну, вот, образно говоря, ну, честно. Конечно же, не мог представить, кто бы мог подумать. Все это, наверное, формируется из-за отношения к своему делу, ответственность там, сколько ты энергии, внимания готов этому уделять, насколько ты ответственно подходишь к своему делу. Как бы я считаю, что нет людей, которые не могут этого заработать. Есть просто лень, есть убеждение, что у тебя не получится, и все. Если ты хочешь, ты точно добьешься. Есть очень смешной пример в жизни, когда мне кто-то, один человек умный, сказал, говорит: Макс, ну ты когда хочешь в туалет, ты же всегда находишь место, куда сходить, ну верно же? Значит, не так сильно хочешь, говорит, поверь мне, все получится. Ты знаешь, я настолько это было, казалось бы, абсурдно, но настолько это верно, когда ты что-то очень сильно хочешь, ты все равно это добиваешься. Это точно. Если какие-то, ну, воплотимые вещи, ты все равно их добиваешься. Так, ну что, двигаемся. Слушай, дальше. Да, нам надо же это, про путь брокера-то все-таки понять. После прохладной улицы я предлагаю за чашечкой алтайского чая. Вау, шикарно. Продолжить диалог про путь брокера. Супер. Так, ну что, там приехал уже чаек-то? Чаек приехал, кстати, да. Ты мне сейчас только помоги достать и разложить на стол. Вау, класс. Вот теперь все понятно, как это работает. Слушай, я вот что хочу тебя спросить. Твой путь-то как складывался вообще? Молодой парень приехал там из Волгограда, да? Вот, в Москве. Как ты закрепился? Как вообще? Молодой, кровь кипит. Слушай, я уехал из Волгограда. Там, в принципе, тогда у родителей было все неплохо. Свой там частный даже дом достраивался. Я пробовал практиковаться, работать у отца. Он сельским хозяйством занимался, там купля-продажа зерна. До этого мои первые заработки были. Мы в Калаче-на-Дону скупали рыбу у местных производителей чехоньку. Привозили ее на центральный рынок и перепродавали там X2. Типа, вот там наш бизнес был в серии. Брат у меня учился здесь в аспирантуре. Я к нему раз приехал в гости, два приехал в гости. Потом у нас был такой нечаянный кейс, когда я приехал, естественно, даже у брата вообще не было и не заезжал к нему. Мы тут протусили, и я обратно на автобусе. И мама звонит, как Макс. А Артем говорит: а я откуда знаю? Говорит: ты мне расскажи, как Макс. Она говорит: ну как, он же у тебя. Ну, то есть, спалил меня немножко. Вот. Москва понравилась. Москва живая, классная, огромный город, куча возможностей, как мне показалось. И я решил попробовать на 5-м курсе в Волгу приехать пособеседоваться просто. Там вторая или третья консалтинговая компания мне сказала, директор по HR, говорит: слушай, молодой человек, вы такой общительный. Вот, говорит, вы у нас, ну, говорит, ну, честно, говорит, погибнете. Идите что-нибудь, тяжелый люкс продавайте. Там, машины там, я не знаю, недвижимость. И вот я что-то ее послушал, думаю, а правда, почему бы и нет. Тогда не было распространено вот этого нашего там интернета и прочее. Это какой год был вообще? Это было 17 с половиной лет назад, 2004 год. Угу. Тогда был журнал «Недвижимость и цены». Да. Вот, просто по этому журналу, прямо в метро они лежали бесплатно. «Работа и деньги» был журнал, и «Недвижимость и цены». Я просто пролистывая, думаю, блин, ну у кого больше всего рекламы? Был «Еврогрупп» какой-то тогда для меня, «Миан». И что-то еще. Вот ровно в третьих компаний я позвонил. Приехал в Миели или Миан, я вот честно сейчас не вспомню, куда именно приехал. Приехал на какие-то взрослые тетки, что-то как-то мне очень понравилось. Приезжаю на Таганскую 26, это Еврогрупп. Позитивная девчонка Ирина Акиншевич. Ир, привет огромный, если будешь смотреть. Пособеседовал, говорю: слушай, мне все нравится. Говорит: дождись, там пару часиков Ольга приедет, наш директор компании. А это типа небольшое агентство было там из 30 человек из серии. Они окей, что я без опыта, ей понравилось, как я в целом общаюсь, как я описываю дома, то, что там она мне показывала. А тогда показывали по фотографиям 10 на 15 распечатанные, понимаешь? Не было вот этих презентаций, как мы сейчас в WhatsApp все удобно смотрим. Приезжает Ольга на черный BMW, затонированный полностью, вместе с лобовым, низкопрофильная резина. Какое у парня из региона должно было быть эмоциональное восприятие? Ну круто, кайф, у нее еще там музыка играет громко. Ну все, как мы любим, понимаешь? Выходит красивая блондинка, она только что какую-то квартиру приняла.
кидает мне фотки и говорит, ну слушай, как вот сейчас любят реально все говорить, вот это продай мне эту ручку, да, она да. мне говорит, ну продай мне эту квартиру. А у меня есть своя, была тогда на тот период определенная насмотренность квартир через интернет, через там газеты. Мне надо было как можно быстрее съехать от брата. Угу. Ну, он живет в однушке, ну, как бы, ты сам понимаешь, тут посторонний пассажир к нему приехал, лишние глаза, тут нафиг он нужен. Конечно же, мне хотелось как можно быстрее переехать. Только благодаря тому, что я обзванивал объявления и спрашивал, я понимал ценность близости к метро. Новый дом, евроремонт. Я просто за эти 30-40 звонков какой-то нахватался терминологии, вот, которые мне просто вот по объявлению выливали уши. Естественно, я это Ольге говорю, слушайте, говорю, можно я сейчас чуть-чуть посмотрю по карте? Мы тогда, не было навигаторов, вот да, этого всего сервиса не бумажные. Было. Мы тогда были, ездили с книжкой. Слушай, у меня аж пошли аж мурашки. Я вспоминаю, как я на этой таганке. Я тебе серьезно говорю, я открываю портфельчик, открываю эту книжечку, свой атлас, нахожу по адресам страницу, на странице этот адрес. Смотрю, так, у меня здесь парк рядом, классно, мне есть что рассказать. А я же знаю, что это уже ценно, потому что я же это объявление обзвонил. Я начинаю рассказывать про ремонт, какой сделали ремонт, в каких тонах, в какой стилистике. Какая-то степень вот информативности про ремонт помогла мне, когда мы еще с родителями делали каждую комнату, мы там рисовали себе сами. Какая-то еще оттуда терминология. Оля сидит, говорит, а ты точно не работал? Оля это руководитель. Ты точно, говорит, нигде не работал? Я говорю, нет, я вот только вот на пятом курсе, сейчас вот диплом получаю и хочу уже приступать. А слушай, мне все нравится, испытательный срок 3 месяца, продашь что-то раньше, welcome, официально устроим. На следующий день, естественно, я вышел. Первое, что они мне дали, говорят, слушай, у нас на Гришина 11 завис паркинг. Продай нам его. Я такой, окей. Думаю, надо, поеду сначала посмотрю. Я приезжаю, волгоградский парень, охраняемый дом. Естественно, не пустили даже на территорию. Я думаю, блин, офигеть. А я хотел посмотреть, узнать, можно ли там раскидать... По обычному я мысли. Да, объявление. Да. Можно ли раскидать объявление? А меня даже на территорию не впустили. Я думаю, окей, ну надо с этим что-то придумать. На следующий день я приезжаю в офис с офисного принтера. Не звоню куда-то в сервис, не заказываю объявление, а прям вот сам напечатал, вот так вот нарисовал эти телефончики. Хотя это было глупо, я потом это понял. Думаю, блин, я лучше эти листовки прям буду раскладывать. Зачем я вот это буду сейчас каждую резать? Переделываю, нарезаю, не помню сколько, честно. Ну, где-то упаковку точно я, наверное, наделал. Порезал их сам прям острым ножом. И все, вот с этим талмудом я еду в следующий вечер уже туда. Но еду уже не по светлому, а по темному, чтобы в ночи перелезть, чтобы меня никто не спалил. Я тебе клянусь, вот я работаю в Москве первый месяц. А как? Мне, у меня задача продать. Захожу на территорию, в подъезды не попасть, там охрана. Я думаю, блин, что делать? Я начинаю раскидывать на территории, стоят машины. Во все просто машины, подворники начинаю распихивать. Я тогда еще не владел машиной, у меня не было знания, что в Москве так делают. Я тебе клянусь, это было просто от безвыходности, потому что я не смог попасть, куда я хотел. Короче, я раскидал по всем машинам, не только по люксовым, а и даже по обычным. Я не знал, где выстрелит. На следующий день я был уверен, что мне позвонят. Ну, 100%. Я такой довольный, приехал пораньше, думаю, ну, чтобы на работу, что вот этот звонок. Прикинь, мне вообще никто не позвонит. Ни на следующий день, ни через день. Даже не поругались, да? И я расстроился. А начальница не в курсе, что я это делал вообще, что я вот таким образом раскладывал. Мне позвонила женщина через 4 дня. Она говорит, здравствуйте, вот вы объявление оставляли, мы тут приехали с отпуска, мы не можем найти паркинг. Там есть что-то? Какие у вас места? Потому что мы видели какие-то два убогих места. Я говорю, Ир, а какие у нас места? Ира начальница, а мы с ней в этом кредите. Она говорит, такие-то. Я говорю, такие-то. Ой, это хорошие места, нам нравится. Ну давайте, ладно, мы берем их. Я говорю, окей, все хорошо, спасибо. Она говорит, да, все, до свидания. И положили трубку. Я говорю, Ира, они берут. Она говорит, кто берут? Она говорит, подожди, договорись, пригласи на встречу. Я говорю, блин, точно. Ну, в общем, если перемотать эту историю, ее муж потом приехал там, в офис, все, мы их продали. Директор говорит, Оля, говорит, Макс, это нормально? Она говорит, год их не может продать. Ты, говорит, за 5 дней умудрился нам сделку сделать. Говорит, сразу оформляешься, все, работаем. Ну и потом уже через год ты же начинаешь сотрудничать с другими брокерами. Один брокер тебя приглашает, второй брокер. Ты думаешь, блин, ну как-то переманивают. А может быть, стоит реально попробовать? Mm-hmm. А может быть, к застройщику? Попробовал застройщик, Barclay принимает, там, Донстрой принимает. Может быть, Mirrors попробовать. И тут появляется, как бы на моем поле зрения, компания Blackwood. Это супер крутое агентство недвижимости. Тогда они были лидеры просто рынка. Я думаю, хочу в Blackwood. Но они меня не приглашали как бы сами. Я напрашиваюсь в Blackwood, причем в наглую, я позвонил, чуть-чуть это причесал. Я говорю, слушайте, мы с вами планировали вот созвониться, договориться о встрече. Мне HR говорит, ой, слушайте, я что-то не помню. Говорит, ну окей, давайте, приезжайте.
Я приехал, поговорил, она так, знаешь, неоднозначно улыбнулась, говорит, а мы точно с вами договаривались? Я говорю, ну по телефону был диалог, я говорю, может быть, я что-то напутал? Ну, в общем, она, наверное, все поняла. Она говорит, Володь, вы понимаете, говорит, вы тут первый год в бизнесе, в тяжелый люкс мы принимаем звезд из Мирекса, а вы, говорит, даже не звезда из Мирекса. Ну, типа, она там про последний какой-то там опыт их рассказала. Я такой думаю, ну ладно, окей, расстроился, думаю, хорошо, значит, у меня задача попасть сначала в Мирекс. Там стать в Мирексе звездой, чтобы потом прийти к ним в Блэквуд. Приезжаю в Мирекс. В Мирекс я также нагло напрашиваюсь сам на собеседование. Мне говорят, слушайте, до свидания, мы там без опыта не берем. Я говорю, вы мне дайте задачу, посмотрите, как я ее решу. Они посмеялись, потом там был Котровский Дмитрий, и он говорит, окей, дай ему какое-нибудь задание. Она мне дает задание собрать конкурентную среду там, по такому-то дому. Я собираю все данные. И презентацию, ну там это была условная презентация, не то, что сейчас. Все документы, которые там нужны, та же шахматку, все собрал. Они говорят, окей, в этом проекте собери. Я собираю в этом проекте, прихожу через 3 дня. Она говорит, ты уже? Я говорю, да. Она говорит, блин, офигеть. Что-то там совещаются, тыр-тыр-тыр. Он говорит, слушай, нам надо по Шуваловскому, по жилому комплексу, полностью всю документацию собрать. Соберешь, говорит, поговорим по-серьезному. Я говорю, хорошо, сколько у меня дней? Они говорят, у тебя есть месяц. Я говорю, блин, зачем месяц? Что сложного? Вот, ну, моя мысль какая? Мне надо прикинуться как бы мажором, поступили меня родители, я типа ничего не знаю, дайте мне документы, папа посмотрит. Я все равно в этом ничего не понимаю. Собственно, я так и сделал. Надел модные какие-то рваные джинсы, там тр-тр-тр, приехал. Здрасте-здрасте, говорю, я вот тут сейчас поступаю. Мне нужна маленькая для меня, для родителей большая, желательно, говорю, с большим балконом, потому что папа любит вот, когда вот эти вот большие балконы. Она говорит, ну у нас это не балкон, а у нас это терраса называется. Я говорю, ой, ну извините, я не знал. Она реально повелась, распечатала мне полностью всю шахматку, дала их проектную документацию, всю договоры, которые они заключают, бронирование. Я со всем этим добром приезжаю к Котровскому. Он меня смотрит и говорит, как ты это достал? И причем я приехал не через месяц, я приехал через там 2-3 дня. Он созывает всех своих брокеров лучших. А я не понимаю, что происходит, я же не знаю как бы. А причем мне показалось, что они хотят надо мной посмеяться, потому что я приехал с российским ноутбуком, Айру. Такой был ноутбук, еще квадратная дискетка. Я же там фоткал, все нафоткал, потом сделал какую-то мини-презентацию. И вот это все рассказываю, и сам как бы, ну, с этими документами. Я думал, они пришли надо мной поржать, что я с этой квадратной дискеткой втыкаю, вот он шумит, у меня грузится, мышка на проводе, вот это все. Понимаешь, как сейчас современная молодежь круто с этими живет, с макбуками. Пришли брокеры, все слушают, все красивые ребята, стильно выглядят, дорогие туфли. Вот тогда я понял, что думаю, блин, вот как профессиональный брокер выглядит. Ты думаешь, это я такой изначально был? Да нифига, это все насмотренность. Вот, думаю, вот как они круто выглядят. Он говорит, теперь все то же самое с самого начала. Я не понимаю, в чем подвох, начинаю рассказывать, ну, все как есть, рассказываю, документы, которые взял, показываю. Эти все смотрят документы, брокеры, перекидываются, и один из них прям краснеет, как помидор. Я думаю, в чем подвох? Он говорит, ну что ж, спасибо, идите работайте. Максим говорит, ты только что показал вот этим, говорит, 15 нашим лидерам, как собрать за 3 дня то, что они месяц у меня собрать не могут. Ты умудрился это сделать за 3 дня. А у них у всех, типа, это невозможно, там, ты. А у меня просто, видишь, концепция по незнанке. Ну, а что я еще мог придумать? Да, да. Ну, вот мне влезло это в голову, это получилось, это сработало. Но так совпало. И они говорят, все, начинаешь работать. И говорят, мы абсолютно довольны. К слову, Амиркс Групп, это была супер крутая для меня школа. Как из позиции развития, как презентовать, как рассказывать, там, сколько надо раз человека по имени называть, как надо, там, обращать внимание на его детей, там, или не надо. Вот. Много было жести, ну, наверное, какая-то часть из них была уместной. Я старался, чтобы меня ни разу не оштрафовали, потому что там такие жесткие были штрафы. Вот. Поэтому я сначала там все по нашей инструкции проговаривал, а потом свободное общение с клиентом у меня было. Мне не стремно было до 23 остаться и показать клиенту пентхаус, например, в Кутузовской ривьере в 23.10, вообще изи. То есть для меня не было барьером, потому что у меня было большое желание как бы стать там лучшим. Я там понял, что 4500 – это твой потолок. Выше ты не можешь никак прыгнуть. Вот, даже если ты там продашь несколько пентхаусов там, за месяц, ну, как бы 400 тысяч долларов, все, точка. Да, да. Я понял, что, ну, не то пальто. А здесь еще брокеры из других агентств же приезжают, вот это все на красивых машинах, а ты тут, блин, с утра переезжаешь в офис и открываешь, как бы, ну, такое себе. Вот, и тут мне одна девчонка из Блэквуда говорит, слушай, а ты не хочешь к нам? Я ей не говорю, что я ходил, и меня послали. Я говорю, ну, слушай, говорю, можно. А у самого там внутри все уже, там барабаны радости. Я говорю, слушайте, а у вас там как, HR есть, не есть? Она говорит, да, я, говорит, я Лене скажу. Я говорю, Лена, это какая? Я говорю, темненькая. Она говорит, да нет, она, говорит, уволилась давно, сейчас, говорит, у нас новенькая, беленькая. Я думаю, блин, тут опять повезло. Я прихожу, общаемся.
там с Оксана Дивеева. Ну, все, она меня прособеседовала. Приехал Тимур Адельевич Сайфудинов. Вот, он оказался вообще земляк, то есть он родом из Волжского, там, ну, типа, как район Волгограда, да, Волгоградской области, я из Волгограда. Поговорили, он говорит, ну, давай попробуем. Начинаю работать, важный кейс, коллектив вообще не принимает. Ну, то есть, как бы, условно, здрасте, здрасте, ну, типа, а сами там, там девки все видные, все красотки такие, тут какого-то, блин, просто чувак из региона приехал, даже не какая-то там звезда, ну, типа, ну, и что, что в Миркс он там год проработал. И, ну, то есть, сплетни такие были, нахер вы этого лоха взяли, знаешь, в этой серии. Я тебе клянусь, это было, и это настолько сильно меня мотивировало доказать им, что, блин, девчонки, я вообще ни разу не лох, я реально прям стараюсь из человека, я все выучу, я буду на уровне, ну, как бы, блин, просто доверяйте мне, верьте в меня. И в конце года я добиваюсь уровня, там есть Лиза Некрасова, must have, ты ее знаешь прекрасно, добиваюсь ее уровня в продаже, и как бы там все, весь коллектив в шоке, думают, он поделил с ней пальму первенства, как? Там у нас тогда была Катя Виола, Марина Чуковенко, Лиза Некрасова, как будто там на пьедестале, и тут вот этот новичок. Конечно же, сразу уровень. О, он говорит, Макс, он красавчик, пойдем покурим. Сразу, знаешь, так. Думаю, ну вот, думаю, ну нормально. И вот, наверное, вот в большей степени вот до этого периода, вот если говорить о процессах становления, вот, наверное, до этого периода. Потому что дальше все, дальше только от твоего профессионализма все зависит. Стараешься, разбираешься в объектах. Помнишь, спасибо Mirx Group, который там толщину перекрытия там 17 сантиметров, толщина там межэтажного перекрытия, стены, сколько, сколько там окна, шумоподавление, сколько там скорость движения лифта там, да, там от 2,5 метров в секунду и выше. Ну, короче, мы там заучивали все. Приточку, не приточку, в чем разница. Это, конечно же, потом далее помогло. Потому что, когда ты едешь на показ, я уже там быстро сориентировался, что мне надо готовиться, клиенты все важные, клиенты крутые. Один из, кстати, важнейших кейсов, казалось бы, почему я остался в этой профессии. Ну, вроде бы как бегунок, там квартира показывает, да, бегает. Блин, ну, историю каждого клиента слушать. Кто-то занимается одним делом, кто-то занимается другим. Блин, люди все разные, семьи интересные, у кого-то разная степень начитанности. И ты понимаешь, что тут вообще намного, ну, для меня это намного профессия глубже, чем про деньги. Вообще деньги это где-то как финал того, что там вот там ты приготовил супер вкусный торт, разделил этот торт с друзьями, вы вкусно поели, там попили чай, да, или там просто ужин. И вот это вот, типа, ты сидишь, ну да, классный вечер прошел. Ну это вот типа, а, вот это вот как раз момент денег там. Типа, о, да, пришли деньги. Ну а сам вот этот весь процесс общения с людьми, там, как-то ты там подбираешь. Как бы, да, естественно, должен быть человек, нормальный клиент, нормально заинтересованный в покупке. Там не какая-нибудь проверка, не какой-то там просто, который ходит пошататься. Но с опытом ты быстро понимаешь, там, что нужно реально существу человеку, и как бы ты быстро отсеиваешь не клиента, скажем так. И вот действительно с клиентом, которому нужен профессионал, нужен специалист, блин, все всегда супер круто получается, понимаешь? И быстро, и легко, и классные, и интересные сделки. Поэтому, наверное, успех как сложен в совокупности каких-то факторов, понимаешь? Сначала мне там в Blackwood сказали, мальчик, тын-тын-тын, я думаю, а, вот через этот барьер надо пройти, окей, Mirx так Mirx. В Mirx'е там три раза меня посылали. Три раза они говорят, ну давай вот это задание, ну давай вот это задание. Я не думаю, что они там кого-то еще так собеседуют. Ты начал как бы с того, что рассказал про, ну, как бы сложный кейс, который, ну, для тебя просто был бы таким определенным вызовом, да? Надо сделать, продать там парковку. Вот. И сейчас мы с тобой разговариваем, и ты говоришь, что у тебя, ну, ты не гнушаешься небольших каких-то сделок там, даже, ну, вплоть до там, не знаю, аренду там сдать там, за 100 вообще, тысяч рублей. Да, да, да. Ну, вот. Мы сейчас просто, маленькая ремарка, обсуждали брокеров, звездность брокерскую, готовность, неготовность к разным делам. Там просто человеку нужно было помочь, человек из хорошей компании. Почему не помочь? Время есть и есть. Угу. В чем сложность? Я просто всегда как бы, есть возможность, сделай. Ничего нет в этом сложного. Он потом тебе при... Это факт, кстати. Он мне потом притащил двух клиентов. Ну, я не буду называть в камеру, кто это. Ну, это известный хоккеист. Он притащил мне одного на покупку, второго на продажу, там, в Элевене, на ровном месте. Понимаешь? Вот ты просто съездил. Кто? Я думаю, знал, что вот если я поеду, покажу, мне да, прилетит. Да, 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 я об этом даже не думал. А если бы думал, есть время. Мне хотелось прилетел, человеку давай. Помочь. И концепция, в принципе, ты... Вот мне вчера вот, кстати, Диана, Даниэль, Хом, кто мне это делали, я говорю, слушай, там надо сыну помочь. Не 1,2 миллиарда даже, с комиссией там 30 миллионов рублей, понимаешь? Там комиссия 200 тысяч рублей будет максимум. Ну, сыну надо помочь, мне еще сложно. Да мне не сложно, мне приятно сделать. Как бы я очень, знаешь, дорожу вот этими кейсами, когда ты, в принципе, делаешь хорошему какому-то человеку, от которого исходит хорошая ветвь какая-то, какое-то хорошее дело.
Оно даже как-то, знаешь, оно больше не про деньги, а вот про свое внутреннее настроение. Понятное дело, там миллиардные сделки, там ежеквартально, наверное, они происходят, они никуда не деваются. Но они же не занимают все мое время. И как бы у меня же тут ничего не выросло, я надеюсь, что у меня тут никакая корона не выросла. Вот, поэтому, слушай, мне в кайф хорошим людям помочь, мне всегда в радость. Вот смотри, твой момент как бы карьеры, да, жизни там профессиональной, когда ты... по сути, ушел там из Калинки, как бы это некий корпоративный путь, скажем так. Да. Ты в какой-то момент выбрал, что ты чувствуешь все силы, ты готов там к самостоятельным действиям, да, и там ушел в свободное плавание. Вот что происходит? Какое, что как бы тебя заставило это делать? Был один кейс, который меня очень сильно подтолкнул сделать это, но мне бы очень не хотелось, наверное, его рассказывать, потому что я очень уважительно к Катерине отношусь. Угу. Очень уважительно. Я считаю, что это человек, достойный и уважения, и восхищения. Но там, если вкратце, там просто ушел один брокер, какое-то, скажем так, вот настроение, скажем так, повеял. И почему-то я решил, что думаю, может быть, мне действительно пока отдохнуть. Ну, потому что я вот в этой деятельности не успевал брокерить. А, да, угу, классная дача, оклад какой-то был, но как брокер я зарабатывал намного больше. И потом одним человеком, скажем так, была кинута фраза: если вы такие умные, что же такие бедные? И вот это меня заставило очень сильно задуматься, а действительно, а что это? Вот. Но несмотря на свой выход, те люди, которые когда-то ко мне пришли именно вот от компании Калинка Групп, мы Воробьев в доме, там два лота по 175 метров, честно, чисто через Калинку я как бы там закрыл. Поэтому там с Калинкой все благородно. И вообще, в принципе, тенденция вот моей профессиональной деятельности от начала до конца, она строилась на каких-то там, знаешь, на правильных и благородных вещах. Мне никто не обвинит в каком-то там предательстве в профессиональной деятельности, в недоговоре, в обмане, в левачестве, вот о всех вот этих фиговинах. Они все мимо. Мне так намного спокойнее, легче жить. Как бы вот, когда тебя это касается с той стороны, это пипец как неприятно. И ты думаешь, блин, я не хочу так. Я не хочу даже ввязываться в вот этот круг вот этих вот... Не знаю, как сказать. Не, они тоже есть и профессионалы, которые любят вот эту сыграть в левую. Mm-hmm. Это вообще не мой путь. Он чистый, классный, светлый. И ни одна зараза не скажет, что вот Годунова тут вот пробел. Ну не скажет, понимаешь? Поэтому мне такой путь нравится, я его выбрал, и я вот его придерживаюсь. Вообще, знаешь, вот мы с тобой разговариваем про наш рынок, да? Огромное удовольствие от общения, встречи разных людей, разные обстоятельства, разные коллективы. Но ты по прошествию какого-то времени вот перематываешь эту пленку и думаешь, блин, ну реально какая интересная жизнь. Как интересно было оказаться в этой профессии, где ты можешь увидеть историю, блин, за год десятков разных семей. Угу. Мы же реально, нам везет в том плане, что ты общаешься с разными семьями, с кем-то близко, с кем-то не близко. У меня был один потрясающий кейс, когда сын одного из клиентов, который живет в другой стране, присылает ему видео, там, когда вот этот Forbes даже сняли. Он говорит: папа, смотри, какой крутой чувак, он из региона, он там что-то сам добился. Типа, может быть, ему позвонить? А они ищут недвижимость. Этот человек, ну, отец его, посмотрел то, что он прислал спустя там 4 или 5 дней, и рассмеялся, и говорит: слушай, он с нами месяц уже работает. Помнишь, я тебе рассказывал историю, когда из госкорпорации там человек там смотрел один объект очень много раз, там больше 20, да? Он видел мое отношение к процессу, неважно в какое время, надо посмотреть. Я сделаю все, чтобы получился показ, всегда, безотказно. Проходит там 4 года после вот этой сделки, которую я в итоге осуществил. Он меня рекомендует там каким-то супер другим людям. И происходит вот та история, которую я тебе рассказывал. Поэтому, понимаешь, оно, как у нас в деревне говорят, курочка по зерушку клюет. Сейчас там это сделал, сейчас там это сделал. И не надо ничего никогда что-то ждать от этих событий. Потому что когда ты что-то ждешь, ты разочаровываешься. Когда ты не ждешь, просто, блин, есть настроение, есть энергия, есть у тебя время свободное, да сделай это. Вот на мой взгляд, к сожалению, у большинства молодежи вот амбиции вот здесь, их факт вот здесь. И они, блин, то, что они хотят, ну ты это заслужи. Вот я тебе честно, искренне считаю, что ну какую-то там вот степень того уровня, который я живу, я сам его заслужил. Потому что я тружусь безотказно, я всегда, даже если я уехал на отдых, убежал, я всегда с телефоном. Я всегда на связи, я отвечу всегда, я всегда сделаю либо подборку, либо постараюсь максимально быстро решить любой вопрос, который там связан с моей там деятельностью, с клиентом в прямом случае. Бывает иногда клиент даже документы какие-нибудь там, что-то они потеряли, он мне звонит, там, а у нас там это, я говорю, сейчас в архиве,
пока с ним на ухе, тут тр-тр-тр-тр-тр, это был 18-й год, так намотали, говорю, все, Сергей Петрович, говорю, ловите, отправляю. Он говорит, вот ты Годунов, говорит, вот ты силовик. Вот. И вот оттуда, понимаешь, вот пошла вот эта фраза про людей, которые четкие силовики. Блин, мне нравится быть профессиональным. Вот, собственно, и все. И как бы здесь нет никаких моих лишних там эмоций, звездности. Хочется быть человеком, который, блин, нужный, наверное. Вот в своей профессии, вот я считаю, хотелось бы, чтобы каждый сказал, что тут он красавчику нужный. Все. Рынок один и тот же у всех. Чем ты еще можешь подкупить клиента? Только своей вот этой вот постоянной преданностью, компетенцией и оперативностью в решении каких-то любых вопросов. Вот ты упомянул, как бы, твой выпуск с Forbes, да, он на текущий момент там набрал уже 1 000 000 просмотров, да, то есть один, наверное, из самых популярных вообще роликов там про элитную недвижимость. Вот, как вообще это произошло и какой тебе был эффект от этого в результате? А, насколько мне известно, изначально, то есть, видимо, там в издательстве кто-то узнали про сделки с крупными чеками, они обратились в одно агентство, что-то там общались, они говорят, это вот этот сделал. Вот, а вот эту не знаю, может быть, вот эта компания. Узнают у этой компании, они говорят, нет, это вот этот человек сделал. И они таким образом пытаются выйти на меня. А у них работает корреспондент Ярослав Бабушкин. Мы с ним где-то пересекались на каких-то мероприятиях. Он из моего города родом, откуда же я. Он тоже родом из Волгограда. И он через наших общих друзей звонит и говорит, Макс, слушай, у нас вот такое дело, давай снимем. Конечно же, в первый момент, что у меня эйфория, вау, круто, вообще, блин, ничего себе, мне позвонили. А потом, как бы, вот этот вот страх и риск, как бы, ну, не расплескать вот эту, знаешь, энергию. Ты там работаешь потихонечку, как бы, не трендишь, как бы, ну, и слава богу. Вот, и, ну, такое, скажем так, турбулентность какая-то определенная была, надо, не надо. Он, конечно, настойчивый. Я звоню, есть там ряд клиентов за последние, там, 2-3 года, потому что ты же в любом случае с их аппаратом общаешься, там, либо с помощником, с юристами. Я говорю, ребят, слушайте, такой-то кейс, я точно не хотел бы называть никаких фамилий и цифр, но вот меня вот это издательство просит, они говорят, слушай, а в чем проблема? Ну, тебе как брокеру это полезно. Подпиши NDA, мы тебе сейчас прям, говорит, форму пришлем. Это мне отправляют юристы клиентов, понимаешь? Вот это, говорит, сделай, и пожалуйста, говорит, ну, чтобы ты просто ничего не говорил. А так, говорит, ну, реально. То есть, представляешь, насколько у них тоже и отдача, я для них кто? Вот для главного юриста какой-то крупнейшей корпорации. Да никто. Представляешь, какая вот какое отношение? Они говорят, слушайте, ну и вам, то есть они осмыслили, говорят, вам это реально выгодно, но просто вот, вот постарайтесь, чтобы вот никаких этих не было, подпишите с ними NDA. Мы подписываем с ними NDA, но пока вот эти все тяжбы были, мы должны были в сентябре, уже там был что-то конец октября, уже холодно, и я уже там это, знаешь, так это, он попросил еще на спорткаре приехать, но как бы куда без этого, ну приехал окей, на Феррари, следом было, тогда у меня был Мишка водитель, теплую одежду, потому что я там так это красивенько, потом раз, пуховик теплый, греемся, было круто, конечно же, очень... И, наверное, такой для меня, знаешь, серьезный какой-то опыт. А нормально я там держался или ненормально? А там руки там так я держу или не так? Потом мне кто-то рассказал, что кто-то даже рассматривал, что я там вот так держал руки. Это какой-то там знак, думаю, блин. Конечно же, интересный опыт. 100% знаю, что больше 10 человек, кто на меня подписан, я этих людей не знаю, после этого ролика пошли в недвижимость. Да, несколько из них работают у застройщиков. Ты абсолютно точно вдохновил. Да, несколько из них работают у застройщиков, кто-то работает в агентствах, причем я уже там знаю, в каких агентствах, мы периодически списываемся, я стараюсь как бы всем отвечать, но вот если говоря о профессионализме, что я вот всегда здесь на телефоне, вот социальные сети, я раз там в 10 дней, но я стараюсь все-таки добить вот эти пропущенные, я не отвечаю на какие-то там закрытые анкеты, просто привет, или там типа как дела, ну как бы естественно мимо. Когда человек по существу что-то спрашивает, мне очень приятно всегда ответить и быть полезным ему. И вот те люди, которые, вот прикинь, они посмотрели просто какую-то картинку, поверили в эту ситуацию и пошли работать. Блин, вот это круто. Вот даже, я сейчас говорю, аж даже сейчас мурашки. Вот это очень приятно. И, конечно, таким людям хочется помогать. Неважно, в какую компанию они пошли. В ту, в эту, молодцы. Получилось, блин, круто. У меня искреннее восхищение, когда кто-то продал классный лот по-настоящему. Там, ну... Ну, хочет он вещать об этом, окей, кто-то не вещает, блин, тоже молодец. Но когда у человека получилось, вот радость настоящая. Я там, один из первых сейчас там у Веспера, там на Патрике, когда там проект закрыт, один из первых там туда влез. Узнаю, что сейчас коллега закрывает сделку. Ну, блин, вот гордость, понимаешь, гордость. Мне бы хотелось спустя какое-то время, если Веспер разрешит, рассказать об этом погромче.
Ну, потому что это, знаешь, есть люди, которые там деструктивные такие, это ноющие, вот это все плохо, люди уехали, да. Блин, а почему у нас хорошо, почему у нас все классно и все идет, тьфу-тьфу-тьфу, знаешь. И хотя я не суеверный, но, блин, все от человека реально зависит. И хочется просто таким людям, опять же, в очередной раз прикрыть рот и сказать, ребят, блин, давайте это, поднимите свою пятую точку и начните уже работать реально. Слушай, ну это надо делать через канал. Вот ты же в Ютубе тоже запустил канал там, тоже пару лет назад. И, ну, в результате что-то там снял 3 ролика и там забросил. Почему, ну, Макс? Это у тебя все таланты есть, это да? Это ты у нас человек-легенда, который, знаешь, уже это... потоком просто. Я сейчас, подожди, я вот видишь, у меня первое детище, вот надо было сделать дом. Я очень, как бы, наверное, глубоко слишком подхожу к всему. То есть это очень много времени. Да, ты параллельно же еще работаешь. Тебе же еще параллельно надо умудряться еще и с людьми дружить, понимаешь? Да, да. Это прямо целая история. Ты же не придешь уставший такой, блин, ну ты никому не интересен, тебе надо на хорошее настроение прийти. Я люблю спорт, еще тут спорт, как бы, и надо все это в балансе задержать. Вот сейчас появляется, да, больше намного времени. Я понимаю, что да, надо это запускать, потому что, ну, что ленивый там меня не поругал за это, что вот все там с каналами, а ты без каналов. Ну, думаю, ну окей, значит, потихонечку запустим. Вот видишь, ты мне сейчас это движок дал. Мы с тобой, считаем. Да. Ребят, еще как бы обязательно. У Макса-то есть канал, просто он забросил его, надо подписаться. Вот, и вообще изи. Да, ссылочки все обязательно дадим. Да. Вот, подстегнем. Я считаю, просто в нашей профессии как бы должно быть больше качественного контента. Ой, вот, надо мама, образовывать. Ой, что это? Ой, ребята. И он мне говорит про икону стиля, ребят. Вот она, где икона-то в чем, а? Красавчик, слушай, ничего себе. Я потом телефончик у тебя спрошу. Кто... Да, ты, а то у меня здесь видишь, что-то пусто пока. Пойдем, делай. Посмотрим твой кинотеатр, покажешь свой. Так, я думаю, шторки можно закрыть уже. Так. Так, ну что, это мой волшебный кинозал. Я не знаю, с какой позиции начать. Могу вот такую пока подсветку включить. Могу общий свет, но давай сначала с красоты начнем. Давай. Вот оно, звездное небо. Это такая заморочка, потому что когда ты все это выключаешь и смотришь какое-то кино, блин, это нереальный топ. Когда его сделали, я просто чилил иногда часами, просто лежал на полу и смотрел. Он еще такой мерцающий. Слушай, а мерцающий — это специальный эффект такой делается? Да, специальный эффект. На самом деле там своя там тоже дополнительно глубокая нагрузка. Под этим потолком 5 колонок, по-моему. Ага. Они все направлены вот на этот центр звука. Ты видишь, что вот колонки. Да, да. И когда мы проектировали диван специально, чтобы звук, именно голова, находилась на этом уровне. То есть вот эта вот компания, которая проектировала полностью эту комнату, блин, просто комната 33 метра, десятки миллионов рублей вышло в круг. Обалдеть. Но потому что здесь прям полная проработка. Ты это тоже не ожидал, да? Тоже в 5 раз вообще выше не планировал, твоих ожиданий. Но когда ты заморочился, тебе захотелось. Захотелось сделать у крутых ребят, у профессионалов. Угу. Там по рекомендации, опять же. Ты не просто я там что-то нашел, их там рекомендовали многие. Мы пришли, вот это, ну, все практически от них. Единственное, мы вот с Даниэль Хом заказывали эти кресла. Потому что у них были проще, везде были проще. А я говорю, вы скреативите? Она говорит, мы скреативим. Говорит, но за 2 месяца не обещаем, потому что знаем твою уже эту поверхность. Говорит, мы типа... Да, мы, говорит, но мы постараемся. Реально, они умудрились, представляешь, мне за 2 месяца сделать вот с нуля просто полностью концепцию. То есть у них были механизмы. Мне надо было, чтобы чуть-чуть с изломом было. Они сделали. Надо, чтобы поднималась там подсветка, опять же, для напитков. Кладется. Для напитков, для пледов сделали. А это что такое? Это охлаждение и подогрев там для чая. Ага. Если надо, она прям до -2 охлаждается. Вау, то есть прям класс. Очень круто сделали. Вот, естественно, везде под деревом. У тебя здесь там зарядка телефона. Ты положил там, у тебя телефон вот, везде, да, везде заряжается. И там, и там, и там. Естественно, ты можешь там нажать, и он у тебя выезжает в диванчик. Концепцию, ты понимаешь, да, у автолюбителя, какие еще могут быть кресла? Ну, они как автомобильные практически. Очень удобно лежать, смотреть. Вот, вот это сооружение креативное, скажем так, мои хотелки закрывает, естественно. О, это, наверное, уже у тебя тут тапочки. Да, немножко временное явление, потому что я люблю вкусно поужинать, прям вот люблю я. И чтобы не ложиться сразу спать, у меня есть какие-то там дела, там посмотреть что-то в интернете, там поковыряться, поискать. Иногда я здесь с ноутбуком, но при этом я хожу, то есть я там обул, надел кроссовки и там пошел. Иногда смотрю обзоры какие-то, тоже ходя. Но когда ну, ты конечно, там... ВДТ там, да? ВДТ в том числе, да, тем более. По 2 часа 30 минут стали уже. Это удобный кейс, не знаю, насколько его хватит здесь, но иногда я этим пользуюсь. Конечно же, может быть, я потом это вообще уберу, как бы поставлю. Я так понимаю, ты еще бегаешь и поешь, да?
Нет, это под мероприятие для друзей, потому что очень много поющих друзей. Сестра очень круто профессионально поет, оперная певица. Можно и ноутбук, наверное, да, поставить? Ноутбук можно поставить, можно как раз ты ходишь и продолжаешь искать нужные тебе какие-нибудь там веточки. Или там я решил поменять на прямоугольник там водостоки. Вот я тут недавно хожу, а сам водостоки, думаю, у кого? Номер выпишу, думаю, завтра позвоню, потому что время-то уж 11:30, не позвонишь. И вот я тут выписался, что-то. Но при этом я хожу, я жгу калории, потому что мне же надо ж, типа, прилично выглядеть. Так. Здесь, на самом деле, это мое пространство, это балкон моей спальни. Так как я люблю почилить на свежем воздухе, это место, которое надо было чем-то заполнить. Я такого еще не видел, да? Кровать прямо на балконе. С подогревом, потому что вот здесь нереальной красоты закаты. Мы что-то договорились просто. Мы заболтались, да. Ребят, мы реально увлеклись, пропустили закат, а он сегодня был опять нереально красивый, ну короче. Слушай, я теперь понял, для чего тебе нужны вот, собственно, эти. Смотри, все. Они, во-первых, прикрывают от всяких там мушек-мошек. Да, да. Во-вторых, тебя тут не сильно видно. И ты тут хочешь чем-то позаниматься, пожалуйста. Хочешь понаслаждаться закатом, полистать там рилсы, пожалуйста. Ага. Ну, я реально люблю, во-первых, как бы это еще из Волгограда поспать на свежем воздухе. То есть ты реально здесь спал? Я реально здесь спал. Класс. Я один раз после вечеринки пришел, просто прилег, просыпаюсь в 6:30. Знаешь, какой кайф выспаться на свежем воздухе. Тут прям полноценная, классная постель, все ага, как бы ага. Новое куплено. Причем все там типа специальная синтетика, чтобы здесь никаких там запахов не было. Сейчас мы туда пошили чехол, мы это все на зиму закроем. Вот, весной опять все новенькое, чистенькое постелим. И тут, кстати, подогрев. Ты видишь, да, вот с двух сторон, там везде все греется. Ну просто. Слушай, как... а что будет зимой-то? Вот? Ну сюда снег там будет заметать, нет? Ну, или он не будет заметать немножко, а на эту ткань гарантия 10 лет. Ага, ага. Вот, поэтому я вообще не переживаю, но картинка стоит того. Мне очень нравится, точно. С внешней стороны это смотрится очень стильно. Очень уютно. Практически, мне кажется, никто в Москве этого точно не делал. Я нигде не видел. Так. Мне все соседи замучили. Говорят, блин, нафиг ты это сделал? Мы тоже хотим. Кто тебе делал, дай контакт. В восторге только Людмила, кто это вот все делал, потому что она там радуется. Эти заказали. С той стороны там какие-то люди, причем через вот этих моих соседей уже, блин, телефон спрашивают, заказали. Я думаю, блин, ну приятно, приятно. Вот. У нас еще сюда придут горшки с цветами. И вот в этот угол, по-моему, там тоже композиция такая уличная, круглогодичная, там туйка небольшая, что-то еще будет, фонарик поставим. Тут будет очень уютно, на самом да, деле. Да, да, здесь просто тоже уютно. Просто прийти почилить будет супер классно. Класс. Слушай, мы ну практически очень... обошли практически полностью мой дом. Ну, спальню мы оставили, окей, как бы без, скажем так, огласки. Вот эта история у нас временно, она там еще переедет, передвинется. Но в целом, как бы, ты, наверное, посмотрел вот практически все, что можно. Шмак, мне очень понравилось. Вот, я думаю, что мы, знаешь, этим выпуском, вот если ты говорил, там, выпуск Forbes, я вдохновил там 10 человек, да, для того, чтобы войти в эту. Но это то, что я лично знаю, с кем я общаюсь. Да, наверняка больше гораздо. Вот, я думаю, что если там у нас хотя бы так же, там, человек 10, там, вдохновиться, молодых ребят, как бы, пойдут и поймут, да, что в этом направлении можно двигаться, реально можно, и зарабатывать, нужно, и нужно. И зарабатывать, и получать от этой работы большое удовольствие. Да, да, да. Что самое главное, наверное, да, а деньги это уже как бы побочный ну, эффект. Большое удовольствие, даже не то, что это слово работа, да это не работа, блин, это удовольствие от общения с людьми, за которые ты еще и деньги получаешь. Ты им помогаешь найти какую-то там квартиру своей мечты, либо дом своей мечты, либо помогаешь там грамотно инвестировать денежные средства. У тебя и общение с людьми, с какими-то суперуспешными, да, и еще какие-то бонусы. Блин, какой-то тройной кайф получается. Поэтому профессия интересная, профессия классная. Если нужно, пишите, научим, чему надо, азам с удовольствием, да. И всем welcome, пожалуйста, всем рады на нашем прекрасном рынке. Я не знаю, что еще рассказать. Я надеюсь, что тебе мой дом понравился. Мне очень понравилось, да, и очень приятно было пообщаться. Ну, обязательно на помидорчики и на баньку приедем. Все, через месяц ждем. Друзья, спасибо. Это был канал недвижимости и строительства ВДТ. Я Алексей Верянов. Ну и традиционно, владейте, двигайтесь, творите. Пока-пока.